Всем стрим-стрим, да, с вами Майк, я забыл включить микрофон. Зацени обложку, вот я и смотрю. Заставили обложку рисовать для журнала, в котором напечатают мою работу. И что, это ты типа с нуля нарисовал? Ну, не знаю, мне как-то не очень нравится. Но я не сильно шарю в аниме. Что-то фокуса нет, ну да ладно. Ну и чё? Всё в смысле заставили? Тебя за это заплатят или опять благотворительностью занимаешься? Надо хоть запустить. Я думаю, что-то музыки нет, а я её просто не включил. Саму игру. Надеюсь, нормально она работать будет. Ничего не будет. Шатерить или типа того. Блин, надо было еще, кстати, указать, что я там прошка. Хотя, кому какая разница? Зато выбор качества есть, как ты видишь. Значит, все заставки такие классные, они очень напоминают фильм от Marvel качество. Так, ну все, можно все позакрывать. Тут должны быть за предзаказ всякие клевые костюмчики еще. Надо будет менять их периодически. Так, их там название. Немножко посмотрим. Так. Апдейт. Ну, вроде везде все норм. Катаги-то в чате. Ты услышал мой ответ? Ты удовлетворен? Можно начинать. Я просто зашел посмотреть, все ли норм работает. Ну да ладно. Я, конечно, да, а, стоп. Я что-то... Где чат? Где чат? В чате. Картофанчи США. Ну, удачи. Это такое занятие. Можно повеселиться. Так. Выбор сложности. Ну, можно было бы, конечно, на изумительном по-простому фигачить. Я не знаю, потрясающе. Сильно-то ничего не меняется, кроме видимо, драк. Мне это не сильно такало. Мне сюжет не нужен. Чего сильно париться? Хотя, может быть, страшно, что слишком просто. Ну, раз драк, у него, например, сильнее, агрессивнее. Ну, вероятно, просто у них ХП будет больше, и все. Это же не очень прикольно. Да и затянется, наверное. Хотя, в то же время поинтереснее было. Но я и не изумительно помирать. Может, во время игры спину. А, ладно, для ачивок. Пускай будет максимум. Версия, режим прослушивания наушники. Прибавить. Ау, а на стриме убавить. Да. В стриме, как всегда, все орет. Громкость музыки, баф написать, я плохо слышно. Да, я понял, я забыл про это совсем. Часто вроде должно быть нормально. Скажи. Субтитры включить. Продолжить. Ну все, можно начинать. Скажи сейчас по картинке, по звуку. Класс, все, норм. Ну ладно, зашибись. А, ну мне там... Блин, стоп. Отлично, вовремя я вспомнил, что мне придется чатик-то вывести на экране телефона. Ну-ка. Я же переключу сейчас. Вовремя все это, конечно. Саундтрек тоже шикарный, кинцо. Стрим. Здесь должно быть дофига ссылочек на всех этих фотках. Так, ну это тетя Мэй, заведшие растения. Че там, сканворд? Ну зато мне нравится, что они не показывают становление там его, все такое, опять смерть дяди Бена, а сразу же. Ну как в фильме сделали. Новый лэптоп. Что это еще там, vacation. Это выходные, не выходные, а как это, отпуск типа того. Так, ну все, вроде сейчас теперь на телефоне будет чат. Музыка прям нравится.
Вроде и озвучка хорошая, как в старых крутых эксклюзивах. Всем постам, полная мобилизация. Направляйтесь к башне Фиска. Фиска? Сколько ему тут лет? Не, музыка тоже. Все как в кинце, короче, классно. Ну, графина немерено, само собой. Блин, плойка шумит, как будто сейчас взорвется. Блин, хуже пылесоса. У него клевый костюм. Значит, ему Тони Старк его подогнал, правильно? Мне вот интересно, будет он в этой игре или нет. По первым минутам, как я успел посмотреть, перемещение по городу просто офигенно. По большей части все эти игры про спайдерменов играть любят. Как раз просто за то, что можно фрирайдить по городу на паутине. Я бы за вертолет зацепился, но навряд ли как-то смогу это сделать. Ротва, прыгнуть. Здесь надо разобраться со всем этим управлением. Наверняка можно классно трюкачить и все такое. Задержали его? Нет. Ты Катаги играл в какую-нибудь часть спайдерменов? Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я это... Я вот Юри не помню, чтобы в киновселенной была, чтобы ее хоть раз указывали. Может, я просто не помню? Его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Ой, я хотя бы... Будет сделано. Побегать по крыше. Первую? В смысле, по фильму, что ли? О, нихрена себе, это кто такой? Здравствуйте. Ей все равно, да, будет? Потому что она аутист немного. Поэтому на крыше сидит и не удивляется Спайдермену. Ого, парк. Центральный. Нью-Йоркский. Прикольно. Людей много, я так посмотрю. Даже с такой высоты. Там самолет летит. Можно было бы интересно на нем полетать. Надо костюмчик включить этого. Из фильма последнего. Наверняка классно смотрится. Вроде все это в самом начале менять можно, но пока не буду. Хотя не уверен даже. Ну, в любом случае, сейчас просто поиграю начало. Алло? Паркер, работа. Где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да, простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Ну, типичный спайдермен. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. А кем он тут работает? Так же фотографом? Или нет? Ну, город клевый. Да все круто. Блин, плюс музыка вот эта вот играет вообще жестко на атмосферу. Ну кто такая Юри, блин, вспомнить бы. Эти чуваки похожи на наемников из противостояния, когда они там... Когда... Я уже забыл, что там было-то. Кто-то кого-то жестко наказал. После чего им договор сказали подписывать. Кевлавровая броня жесткая. Скажи мне, слышно ли по-тупому как-нибудь звук шума консоли? Я сильно не напрягаюсь, потому что я просто это немного видел. Шума нет. Ну, класс. Пытаюсь с чатом разобраться все на телефоне. По-тупому все это. Привет, парни. Второй моник нужен. Интересно, какие будут возможности в городе? Ну, чем просто позаниматься? Можно будет вообще за человека играть? Ну, то есть, без костюма. Управление довольно простое, как обычно. Ой. Так, это сложный режим. Надо это помнить. Знаете, я сегодня что-то бодрый такой. Ау. Следующий. А он не загорится там? Спайдермен же не убивает вроде никого. От этого можно точно умереть. С таким люком по башке прилетит. Чуваки из Ваканды подъехали. Так,
клонится в сторону. От пули уворачиваемся. Нажмите много раз подряд паутиной. Фиск-то нанял немало ребят. Так. Охренеть. Все, перелом шеи, перелом черепа, сотрясение мозга, перелом пяти шейных позвонков, потеря памяти и, возможно, потеря вообще сознания. Так, зашибись. Блин, так прикольно, что это паутины, по ним стреляешь, они еще, ну, не просто там, типа, ослабевают, а они еще могут драться там, если там не полностью их заклеишь. Стараются там. Норм. Так, Юрий, готово. Что происходит? Кью? Юрий? А я не знаю китайского, сорян. Кто ж такая Юри-то, а? Может, кто-нибудь в чата почитал бы на Википедии, кто такая Юри, а? И просветил меня? Блин, можно как-то на краешке прям земли лететь и ногами бегать? Вот это было бы клево. Но, видимо, нет. Ой. Фиск Тауэр. А Daredevil, интересно, есть тут? Ну, типа, Фиск узнал только потому, что сериал Daredevil видел. Там третий сезон, кстати, хотят делать. Пришлите еще людей и закройте небо. Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймай. Ну, я тогда... Почему такая реалистичная физика? Он зацепился за стену, а летит в обратную сторону. Ну, потому что... Да. Тут есть маленькая надпись. Marvel. Все, это... Все вопросы выбираю. Человек в розовом? Че это он в розовом? Блин, гребаный чат, ненавижу, все сломано. Похоже на Uncharted, эти вот осколочки, которые были в третьей части, также сделаны. Прыгнуть, раскачка, все. Ну, здесь акробатика должна быть очень крутая, но реалистичности явно в игре про супергероев искать не нужно. Ну, понятно, так, серия атак, как всегда. Что он, правда, что он тут делает? Здесь куча вооруженных людей, которые кого-то грабят или убивают. Что за делать, человек-паук? Какого черта он тут? Так, стоп. Что-то я немного умираю. Куча шуток. Тихо! Ау! Ау! Мне в голову попали, походу. Все. Рип. Как тут? Как экран смерти выглядит? Как будет перерождение мое? Ого, стоп, что происходит? Загрузки слишком быстрые, чтобы показывать какие-то красоты. Блин, да подождите вы, разобраться дайте с управлением. Какая-то поносная игра. Да не, тебе кажется. Я просто пока не разыгрался. Тут надо какие-нибудь финты классные делать, чтобы все было красивенько. Тихо! Блин. Тут как-то серии надо набивать, и это тебя лечить будет. Стоп, блин, что-то сложный уровень какой-то, слишком сложный. Алло. Это, я думал, не так будет, все плохо. Сейчас разберусь, короче. Так, здесь нужно копить серии ударов. И таким образом восстанавливать себе здоровье. Это надо делать почаще. Заполняйте шкалу концентрации, атакуя врагов. Чем выше ваша концентрация, тем больше урон. Чем длиннее серия, тем быстрее накапливается концентрация. Бла-бла-бла, понятно. Все, тихо, не стреляй, братан. Братан, не стреляй. Блин, тоже больно. Офигеть, урон наносится дикий какой-то. Тихо. Тихо, сам нарвался. Вот она, некомфортная рабочая среда. Некомфортная рабочая среда. Некомфортная рабочая среда на дне Твича. Вот где некомфортная рабочая среда. Ай, подожди. Нет. Нет. Слишком много стреляющих. Кто им раздал все оружие? Почему на входе нет металлодетекторов, которые у них отнял-то все? Тихо. Да офигеть! Блин, я хочу сменить уровень сложности, наверное. Что-то как-то это не для меня. Нет, это слишком сложно. Неинтересно. Все, меняю. Игра про супергероя должна быть легкой и интересной. Все, я не согласен. Сложность изумительная. Может, в следующее прохождение через годик замучу на хардкоре.
Все, по-моему, справедливо. Это как Uncharted, сразу же начинать проходить на хардкоре. Сначала нужно получить от него удовольствие и почувствовать себя Индианой Джонсом. А только потом уже проходить на самый сложный. Тихо, тихо, тихо! Да харе! Ваканда forever. Тихо. Че там? Надо раскрывать какие-то уже дополнительные удары. Наверняка есть какая-нибудь прокачка также. Блин, эффекты, конечно, все тут классные. Прям весь графин классный. Во, сразу нормальная игра пошла. Так, это мент или что? Не показалось? Полная концентрация. Так, сейчас будет урон классный какой-нибудь. Нифига себе, тут уже Бэтмен почти начинается. А, ты все примотан или что? Вы можете лечиться с помощью концентрации. Чем больше концентрации вы накопили, тем больше здоровья восстановите. А, стрелочку вниз, все, понятненько. Фиск Тауэр. Что, они какие-то косоватые немножко? Тихо, минус стрелок. Надо было приматывать их всех к стенам, вот было бы хорошо. Ну, подбрасывает он всех довольно нереалистично, но это не то чтобы, ну, типа, плохо, просто надо принять этот факт. Тихо, все, зашибись. Все, пошла лафа. Сейчас будет кайфово. Они вырубили лифты! Лестница! Я предпочитаю более прямой подход. Так, менты с нами не сильно кооперируют, да? Ну, я так понял, в этой части хотя бы нас не пытаются ловить. Так, ползти по стене. Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Не, ну, звучка очень хорошая. Здесь все эффекты сохраняются. И эхо, и все остальное. Частенько по-тупому это могут делать. И покончу с этим. Бегать умеет. Мы перехватили их разговор, они чистят серверы с данными. Вот это очень похоже на Бэтмена, когда он раньше выходил. Asylum, все эти вышли. Когда решили разноображивать и сделать нормальную игру про супергероев. Тетя Мэй. Привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером это же уже. Точно. Слушай, у меня тут... Хорошо. Люблю тебя. Я тебя тоже. Я думаю, он бы не смог говорить при таких движениях. Ни хрена. Стой. О! Блин, побольше было использования окружения. Это кайфовая тема. Класс. Полная концентрация. Можете, наверное, добить врага. Понял. И чё? Держите его, не давайте ему прыгать. Давайте ему прыгать. Поздно, я уже прыгнул. Ого! Теперь следующий. Да чё, он ему шею сломал насмерть. Жалеете, что занялись этим? Да, лучше бы устроились на нормальную работу. Охренеть, что вытворяется-то, а? Красота! Выглядит все очень классно. Но только, надеюсь, они не переборщатся всякими этими драками, чтобы не надоели они. А то сделают всю игру такую. Кто это там? Стекла чистят. Охренеть. Менты что творят. Так, куда мне там? Ага, понял. Ну, ведут, конечно, очень прямолинейно. Ну, то есть, тебя камеры вертят прям очень сильно. Может, это обучение пока что? Вот так лучше. Нормальные герои всегда идут в обход. Какие еще герои ходят в обход, кроме Спайдермена? Я вот вспомнить не могу вот этого. Здравствуйте. Они такие милые, когда беспечные. Быстрая доставка. Так. Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Не пускайте к терминалу. Разве поддержка поможет тебе вспомнить пароль? Ау! Что они там удаляют? Ай! Да у меня еще были жизни, чего вы мне подсказываете лечиться?
Вот на этой сложности приятно играть. На той что-то там... Там надо ее в нее играть уже, по-моему, на втором прохождении. Ой, что это, стул? Ну все. Надо попытаться спасти хотя бы остатки данных. Сколько там осталось? Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Ох, проверь, все нормально вообще. Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Чему она должна была учить? Но в том-то и моя прелесть, верно? Анимация Лиз просто офигеннейшая. Да вообще все, вся графическая составляющая офигеннейшая. Если бы она вышла еще и на ПК, то такого графона наверняка бы уже не было. Все дело в оптимизации. Ау, тихо, сорян, подожди. Да я понял, дайте время мне. Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Фиск триггерит сейчас. Ау, блин, не успел. Тихо, изи. Мне почти жаль тебя. Это что? Было сейчас. На ПК было бы еще круче. Нет, если бы было на ПК, то они бы уже не смогли такой графин сделать под железо. Ну, понимаешь, просто, если ты делаешь игру под... Если игру делают под 1000 процессоров, 1000 видеокарт, то это отнимает столько времени, сколько можно потратить на графон лишь для одной платформы. Этой игры даже на Xbox нет. Им никто не помешает. В этом и прелесть. А, тихо. Это вот как... сколько там на PS3 оперативки? 250 мегабайт или типа того? И там посмотри на God of War 3 какой-нибудь. Он в то время просто мозг выносил. Это была жесть. Блин, я умер, пока заговорился. Блин, вот это не успеваю просматривать. Что происходит? Зачем в такую штуку клевую добавлять, если загрузка составляет 5 секунд? Так, стоять. Ты был слишком горячий, парень. Дальше. Тихо. Ухо, можно друг в друга их кидать. А, извини, я не дал тебе договорить. Придется тебе умереть не таким крутым. Кто там еще орет? Ты, парень. Так. Дальше. Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним, мы найдем бомбы. Police Department. Вот отправят тебя в открытый мир, будет длинная загрузка. Может быть, может быть. Хотя, да мы же и сейчас в открытом мире были. Просто с катсценами. Мы же летали там в начале уровня. Ну посмотрим, посмотрим. Что-нибудь изменится, нет? Блин, графин немерено, просто шикарно. Такая сладость, просто сахар, а не графон. Так, дальше-то куда? Мне нравится, когда интерфейса почти нет. Если бы эти иконочки были еще и прозрачные, было бы еще круче. Помогайте тем, кто ранен, ясно? Это похоже прям на Homecoming. Там, где он поднимал. Как эпично, а. Я надеюсь, много таких охеренных моментов будет. Еще интересно мне намного больше, много ли будет моментов в сюжете, когда за реального человека играешь. Ну, в смысле, за Питера настоящего. Чтобы он какой-нибудь херней там занимался. Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Такое чувство, потому что на него похоже. Юрий, врачей сюда, срочно! Попытаюсь. Фига. Много деталей. Вот здесь, ну, типа, показывают, что расстреливали прямо здесь. Вот менты теперь постреленные всякие лежат. Здесь была перестрелка, там вон... Ой, а дверь открывает? Стекло? Нет. Чего у них там на столах? Всякая фигня. Зато телек не пострелили. Охренеть, махина, там кинотеатр прям целый. Помочь надо? Есть кнопка помощи? Что-то мужику плохо там совсем. Там помрет сейчас у вас. Здесь стрельба прямо сейчас идет.
Вы по кому стреляете там? Там же вроде никого нет. Вы что, по огню стрелять? Вы его тушите пулями, что ли? Потому что они быстрые, типа, думаете? Лоу, там никого не было. В основном точно русские. Чё они все в розовых кофточках красивеньких? Так, уклоняйтесь, дураки. До свидания. Мне нравится их к стенам пришвартовывать. Так, тихо. Парень, остынь. Все? Ау. День ракетчика. А в какой день ракетчика настоящий? О! Придется подшивать, видимо, костюм. Ого, классно-то какая. Че, охереть, он через стол перелетел в стену вверх тормашками, вылетел. И типа умер, охрененно. Че за самурайские люди. Блин, как же классно, когда эта игра продастся охеренными продажами. И че? Звонит, лол, домофон. Надо бы отключить его хотя бы. Сейчас, одну секунду, извиняюсь. Техпауза. Сейчас вернусь. Я офигеваю, без наушников еще хуже слышно этот шум. Только несколько игр на прошке так сильно херачат по звуку. Но это заслужено с таким графоном. Так. Так. Ну, вроде все норм. Можно дальше продолжать. Пока что все очень круто. Так, еще экран не включился. Стоп, все. Так, на чем я там закончился? А, что-то там они стреляли по кому-то. Так. Блин, как все это клево выглядит. Так, R2. Это как старый Assassin's Creed. Хотя, как и новый, может. Я уже не помню, что там в новых ассасинах. Не играл последние. Ой. Вам посылочка. Ух, по-моему, эти доспехи стоили довольно дорого. Офигенно. Не давайте ему прыгать. Саперы должны быть где-то впереди. Как будто только в прыжках делал. Я о чем говорил-то? Говорю, как же классно будет, когда... Блин, сейчас катсцена пройдет. Так это я? Ты вперед, мы пойдем за тобой. Ну, хитро придумал. Эй, босс. Говорю, как классно будет, когда игра... очевидно, охеренно продастся и начнут делать куча игр про супергероев других марвеловских и такого же уровня крутого. Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. План хорош. Да тихо. Полная концентрация. Давай. Красотища. Еще бы в окошко бы его. Офигенно. Че твори? Эй, Юрий,
Похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. Счастье, из ваших? Была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Фиск вроде не японец, но он фанатеет, видимо, по всей этой теме. Ну-ка. Не, не могу. Все, я это уже не видел. Он что-то вообще не парится. Не забудь дефис между человек и паук. Да? Я скоро буду. Ло, ни хрена себе самонадеянность. Я удивлен, что ты добрался. Чем он взял? Трубку? Позвонить кому? Но отсюда ты не уйдешь. По-моему, так и будет. По-моему, вначале нас опустят сейчас нам по максимуму. Потом всю игру мы будем за ним охотиться. Робокопа напоминает. Да, классные игрушки. Лол. Оху! А что делать-то? А, они еще и разрушаются. Так, и что дальше? Оно откроется? Да, открывается. А что делать-то надо? Оху-ху! Понятно. А что сразу-то мне не дали это сделать? Лол. Как это может быть? Паутина из рук. Ты недоволен? Я тебя уничтожу. Сейчас он съест меня. Тихо. Эй, я жук. А, ну ладно. Ты умрешь. Вот мой момент. Эй, я не то нажал. А, ну ладно. Блин, тихо-тихо-тихо, он слишком крутой. Так, все, отходим. Черт! Все не так изи, как должно быть. Тихо, стой, подожди. Ай, тих! Какой же он дерзкий, а. Он и без костюма нормально так может надавать. Эй, я... Че? Нет. Мама, я не хочу умирать. Нихера себе, у него уже нет суперсил, какого хера. Это что, инжастис какой-то? Похоже, кстати, на инжастис, начало схватки, как где представляются герои. Вы знаете, что делать. Окружить. Что они будут делать? Тихо, тихо, главное мне этого мутузить, все, что мне нужно. Ай, не добил! Стой! Он своих убивает уже. Где, где? Стой, подожди. ЛРР, подожди, я хочу ту штуку кинуть. Все, кайфец. Это все, что мне нужно было. Слишком быстрый. Да, я такой. Давай, подходи. Ай, не то хотел. Вот, давай. Кахереть, он ему на голову наступил. Это вообще законно? Я не хотел. Вилли. Вилли Вонка, иди сюда. Да я не хотел, подожди, отмутусь его. Блин. А, нормально, окей. Не, чел, ты не выпутаешься из этого. У меня не успевает регениться эта штука, прежде чем его мочить. Погодь. Где и что? Еще что-нибудь кинуть в него надо. Так, мне есть чем восстановиться, да. Ухо-хо-хо, парень, подожди. Так, все, должно быть уже чуть-чуть и все. Так, класс. Так, это не Бэтмен, мне не должны сломать спину. Кружок, стой, подожди. А так выглядел, как круг в кругу. Обалдеть. Я же нажал, я же нажал, я же нажал. До свидания. Офигеть. Я же нажимаю. Как это работает? Мне надо в последнюю секунду нажать. Где мощи летим? Алло, интерстеллар какой-то. Красота.
Так, что насчет поцелуя? Отсылочки. Интересно, много отсылочек будет вообще к марвеловской всякой тематике? Это все, что я ему сделал, немного потрепал костюм. Он похож на моего инструктора по вождению. У тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! Да чё? Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Да переловлю остальных, не бойся. Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи. Такое стоит отпраздновать. Может, отпуск возьму? Костюм... Да не, как я и хотел, костюм трепается, классно. Он портится. А как его подшивать теперь? Как его чинить? Дерево навыков. Вы вычислили на свой уровень, получили очко навыков. Продолжить. Очки навыков даются за накопление определенного количества опыта. Окей. Помнить задание, убивать врагов, чтобы заработать опыт и получать дополнительные очки навыков. Продолжить. Так, и что можно делать? Вот это классно довольно. А здесь что? Вот это мне нравится. Часто стреляют. Вот это тоже так-то круто. Ну, начну с этого. А можно несколько? Сколько у меня очков? 6, цена 1. А, так я их все смогу сейчас скачать. Идеальное уклонение, теперь есть список приемов. Ну, окей. Ну, это все довольно крутое, так что... это все стоит вкачать. Защитник, инноватор, паутинная праща. Ну-ка, что еще здесь есть в защите? Интервал уклонения. Увеличение длительности интервалов, идеальное уклонение. Типа метод качания атаки для получения дополнительной концентрации. Не очень. Во, вот это очень круто выглядит. Ну, вот это возьму. 17%. Еще 2 есть. Вот, хочу фрирайд на паутине какой-нибудь классный. 2 раза выглядит нереалистично. Это мне не очень нравится. Бедраться в воздухе тоже не очень реалистично. Вот это хочу. Трюки в воздухе. Вот это все, что нужно. Это должно быть по дефолту. Что еще есть? Ну, это такое себе. Ладно, что еще есть здесь? Вот это тоже хотел. Тоже мне такое чувство, что это должно быть по дефолту. Ну, у меня уже очки кончились, ну ладно, что еще есть? Дальность. Тоже надо вкачать. Присматривание. Ну-ка, стой, что еще раз? Так это же вроде и так сейчас есть. Ну ладно. Ну вот и open world. Еще голуби. Моя совсем другая работа. Добраться до работы. Она классно, что я и хотел. Да я понял, чего меня заставляете прыгать-то? Вау. Ну все равно классно. Паркер, ты где? Комиссия скоро будет здесь. Погодь. Хочу проверить оборудование? Совсем рядом. В паре кварталов. Придется все делать самому. Чуще. Я просто хочу просматривать. Блин, костюм-то расхераченный. Че вы, потом чинили? Но иногда он перебирает с ним. Как там? Надо поспешить, пока он не покалечился. Ух-ух, а что я сделал? Держите L3, чтобы спикировать вниз. Ну-ка. Прикольно. Блин, здесь много классных штук можно будет творить. Ух, кстати, он не цепляется, если не за что цепануться. Вот это классно. В прошлых частях на это плевали всегда. А тут только если дом есть, он за него зацепится, значит. Классно выглядит. Т-
Тихо, погодь. Вот такие трюки всякие мутить можно. Блин, это очень круто. А что, только один трюк он знает или что? Я хочу побольше чего-нибудь. А вот это вот что дает? Здесь есть кнопка целая, отвечающая за слоумо. Но пока что как ее применять сильно, я не знаю. Так, сверху заходим. Никто нас не заподозрит, если мы с черного входа заходим постоянно. О, все-таки черный экран загрузок будет. Я почему-то думал, что она будет без загрузок. Ну ладно, график того стоит. Простите, опоздал. Кем он работает? Докторская что-то? Октопус. Так сразу? Его даже не тизерили в трейлерах. Ну, только если спойлеры не ловить. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Офигенно выглядит. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Гаситель колебаний. Так сразу, сейчас сразу плохим станет. Я даже не успел проникнуться к нему. Черт. Хотя клешней вроде и нет, там только кабеля. Еще нет. Так, что-то сгорело. Сейчас. А что сразу-то не нажал? Доктор Октавиус, вы в порядке? Опять неудача. А что неудача-то? А зачем вся эта херота, чтобы одной рукой шевелить? Почему так много проводов? Он уже безумно выглядит. Это что за люди? Так много людей? Я не готов к стольким знакомствам. Это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Столько гари, как это не пахнет? Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Какая нежная. Может быть, тебе сегодня взять отгул? Но потом поговорим. Зачем вы как будто драться сейчас собрались? Или что еще похуже? Блин, он как Аллах Акбаровец ходит в этом жилете. Это бред. Вот из-за Эпитера играть. Я мог не выдержать. Да, док выгнал меня на выходной, но сперва разберусь, что пошло не так. Класс. А бегать и бегать, может, все можно. Че, это кофе выпить? Обожаю кофе на работе. Спасибо, Боже, за гранты. А мне только жалко, пить-то нельзя. А че, можно? Хорошо, что тут всегда есть еда. А поесть можно? Я перестал покупать сырные чипсы. Сырный чипс. Ты охерел? Посмотри, сколько еды, обалдеть. У них целый магазин. Сколько у них воды, соков. Ну ладно, может, они редко в магаз просто ходят. Был бы тут Тони, док бы плюнул на свои исследования. Тони? А почему? В смысле, Тони Старк, что ли? Он через одну N пишется. А почему бы он плюнул? Блин, даже сложно представить, что Октопус и Iron Man — это одна вселенная. Музыку включить можно. Конечно, надо включить. Все, теперь мы более крутой, доктор. Классно, вот это работает. Чем он тут вообще занимается? Опыты проводит. Вот то, Октавиус. Пневмоприводы. Интересно, роботы будут тут какие-нибудь? Куча 3D-принтеров. У Старка костюмы просто так бегают армиями и летают. Ну здесь-то он мозгом это контролирует. Хотя он тогда в фильме тоже контролировал. Ну блин, Старк это... Ну у Старка же вообще-то технология не открытая. Он же не распространяет свои патенты, чтобы всяким докторам. Блин, он полцарит, надо не перебивать Питера. Он же не распространяет свою технологию для всех подряд, поэтому остальные-то люди все равно сами что-то разрабатывают. Они тут? Хоть железу снял, уже не пугает. Оптимизм доктора Октавиуса непоколебим, как всегда.
Это очень на Uncharted похоже. Даже, может, более крутое что-то. У него и мини-атомный реактор в груди. Но он же это тоже ведь... Он никому так и не отдал. Помнишь в фильме, в первой же части, он так этот генератор не стал продавать никому, потому что себе решил оставить. Открытий, но его заслуги всегда кто-то присваивал. Обычно Оскорб. Оскорб. В этот раз все будет по-другому. Видишь, еще и воруют все у всех. Может быть, Октавиус более крутой чувак, чем Тони Старк, но он слишком просто скрытый, такой стеснительный. И у него все воруют подряд. Давно это было? В колледже я был стажером у Дока. Он доказал мне, что в лабораторном халате я могу сделать для мира не меньше, чем в костюме паука. Даже больше. Прикольно. Клево. Такой темы даже в фильмах не было. Это бы даже, может, более круто. Все типы протезов, какие только бывают. Стой, где? Тут же только картинки протеза. У нас нет протеза, у нас есть что-то получше. У нас есть рисунок протеза. CPU, memory. Прикольно, прикольно. Я бы хотел роботов видеть. Я во всех играх люблю драться с роботами. Вспоминается почему-то сразу же Фантастическая четверка. Супер отстойная игра на ПК. Капрал Тексидор. Это кто? Потерял руку в бою и сейчас хочет просто снова обнять дочку. А что, одной рукой нельзя? А ногой? Что-то слишком зажрался чувак. А голова зачем? Протез головы? Ну да, многим надо. Док с помощью палладия и огромной установки хотел создать огромный источник энергии, а Тони сделал его мини, сидя в яме. Эту стату можно ко всему прибавлять. Да не знаешь, что Тони Старк единственный, блин. Просто не все такого уровня и все. Быстро совершенствуется протез. А в первом прототипе у нас были детали от старой микроволновки. Это как, я не знаю, монополию в мире сделать, и все будет отстойным. Ну, то есть, взять одну фирму для автомобиля оставить, и все, ну, типа, какой-нибудь Mercedes. Ну, и все остальные же хуже, и что теперь? Ну, вообще, выбор цен есть, во-первых. Во-вторых, конкуренция, и кто-то может хуже, лучше придумывать. Блин, не Тони Старком мир един. И, блин, не у всех есть столько денег, не у всех есть столько возможностей и все остальное. И не все там были сыном миллиардера уже. Это просто доктора, и они тоже работают, придумывают всякую тему. О, ты не в лучшей форме, малыш. Только непонятно, где Паркер взял всякие технологии для своего костюма. О! Это я типа рукой двигаю, да? Ну, то есть он его рукой двигает. Там же не работает ничего. Да и пульт рядом лежит. Не в лучшей форме, малыш. Посмотрим, что с тобой не так. А что делать-то можно? О. У Лока? Украл. Кто такой Лока? Дока? Стоп, еще раз прочел. Что украл у Дока? А, технологии у Дока украл. Да он же сам суперумный Паркер-то вообще-то. Повреждена цепь сервопривода. Подключите сервомотора. Контроль силового напряжения. Ну окей, давай починим. Плата сгорела. Паршиво. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. Соедините зеленый начальный элемент с оранжевым конечным элементом. Это похоже на детские конструкторы, всякие электрические. А что делать? Еще раз выбрать, убрать. Замочки, что-то там. Компоненты. А как двигать-то? А, повернуть. Нет. Так они залочены все. А, понятно. Они... Так, это залоченные элементы. Так, мне надо оранжевого двигать. Все, понял, короче. Я играл в такое на телефоне. Миллиард лет назад. Вот. Все. Изи. Все, я почувствовал себя умным Паркером. Изи. Сектор элементной схемы может подключаться только с определенным направлением. Что? А, понял. Так, стоп. Не понял. Неправильно сделал.
Нет. Интересно, а тут выбор у меня сложность. Тут эта штука тоже менялась или нет? Так, ноль, ноль. Сомневаюсь. Но такое бывает вообще-то, делают в играх. Ладно, что дальше? Ну, это, конечно, довольно ленивая тема. У них они все какие-то одинаковые. В смысле, вот этих мини-игр. Можно было бы что-нибудь, ну, более там интересное. 3D-модельку покрутить, что-нибудь провода повставлять. Электронные схемы дают положительный или отрицательный заряд. Стой, и чё? В смысле? Что значит положительный или отрицательный заряд? И чё? А что мне с этим делать? Что мне делать с этой информацией? Почему это красненькое? Я могу сюда ставить? Видимо, это единственное, куда я могу ставить, или чё? Допустим, ладно. Ну чё, всё же хорошо. Не понял. А чё надо? Фактическое напряжение, требуемое напряжение. Мне не хватает напряжения. Ну и чё? А, ну я понял. Нет, не понял. А как менять напряжение? Сброс, повернуть, пропустить. Пропустить эти материалы? Можно еще и пропускать. Стой, и чего? Подожди. Вот это что такое? Минус один. А, я могу только красненькую ставить. Ну, хорошо. А, ну ладно, понятно. Все просто. Готово. Повреждено. Готово. Не, жалко, конечно, что они все одинаковые. Может быть, это только одна мини-игра такая будет. Посмотрим. Может, все остальные по-другому что-нибудь придумать. Как новенькая. Прикольно. Ну, это с геймпада. Ну, а вообще, блин, можно было бы сделать, чтобы он его убрал в руки, конечно. Материалы для протеза. Новый материал. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. Где там что? Мне нужно будет тоже пояс Аллах Акбаровца надевать. Это что? Питер, еще раз спасибо за анализ данных. Взаимный контроль – залог великих успехов. Знаешь, когда мы готовились к предстоящей примерке, я услышал шепоток в голове. Неужели это и правда лучший протез конечности? Это глупо, но я все думаю, вдруг есть вариант получше. Так. Проводил испытание с новым материалом для протеза. Так клево, что он не перебивает запись, подождал, только потом сказал. Мне и чё? Так это же просто. Зачем? Зачем эта игра нужна? Ну, хотя бы время, конечно, не тратится много на это, но это как-то слишком деградантско. Примерный композит. Такие умные слова, но такая простая мини-игра. Стоит попробовать что-то еще. Так, окей. Как просто быть ученым? Надо палочки сопоставить с палочками на рисунку. Что за кольцо? В смысле, что ты испортил? Мы ничего не испортили, мы все починили. А, все, мы пошли летать на паутине. Блин, надо было посмотреть, что там еще с доком происходит. Может, он дальше бы там базарил или там уже в драку все переросло. Так, вот и загрузки Open World. Ну, это не Open World, но типа сейчас, да, грузится вообще Open World. Масштаб. Окей. Ну, довольно простенько. Пройдено. А что половину только не понимаю на значке? Так и должно быть, или я могу что-то еще лучше сделать? А Фиск уже в Райкерс? В Рай, я думал, скажет. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Электро? Ты должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? А зачем мне эту картинку показывают? Как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юрий, что угодно. Уже в пути. Я так понимаю, мне со всеми драться придется, кого сейчас показали на картиночках. Блин, паром. Из фильма, как будто прям. Может, можно подлететь туда и сломать его? Какая красота, а? Главный фанат думает о победе над Фиском.
Да там много этих паромов. А на другую сторону можно будет долететь? Походу, да. Может, шуток можно больше с ним слышать? Озвучка у него какая-то тупая, правда. Он какой-то мультяшный голос. Ай! Можно с фанатами обниматься на улице. Да блин, а можно выключить только факты с Джеймсом? Народу очень много на улице. Однажды, Джона, однажды ты скажешь про меня что-то хорошее. Ты шикарный. Прости, я нервничаю. Интерфейс так пропадает. Клёво. Сейчас будем дебоши устраивать на улицах. Ой, я не хотел так сильно, я хотел просто подкинуть немного. Это же скач. Это же Нью-Йорк, но это же игра. Приложение с викторинами. Блин, да клёво. Конечно, классный. Блин, узнать бы, откуда он только. Вы посмотрите, какие отражения шикарные. Никакой RTX не нужен. Симулятор кумира. Отражения какие офигенные. GTX, RTX только рекламируют такие штуки. А здесь тоже полновесные вроде как отражения. Белка ходит. Алло, вы что игнорируете? Ты наступила на белку. Засмотрелась на меня и на белку наступила. Можно ее схватить? Чё ты там базаришь? Можно ударить людей на улице? Тест, ради теста. А, не, нельзя. Можно вот так только делать. Что ещё можно делать? Не подходи ко мне, говорю, ты меня обидел. Такси ловит, вон стоит. Так смешно, что если бы люди вот эти всякие 5 тюни дают, обнимаются, а это просто чел в костюме, короче, и придуривается. И какое разочарование бы. Мысли повернись. Чё надо? Что с тобой, паучья башка? Ах ты ублюдок. Ой, простите. Как ударить? Нельзя ударить. Спасибо. Приз получен, вежливый паук даже. В костюмах он разных, в одежде футбольных команд. Ниже, чем ты думала. Он, кстати, реально довольно низковат. По сравнению со многим. Тот самый человек. Можно километр так пешком прогуляться даже. И ничего не потерять. Город очень прорисован. Он круче, чем в играх Ubisoft прорисован. Клевый же город. А игра даже не про это. Не про ходьбу по земле. Еще Infamous напоминает с хорошей стороны. Паутина типа кончилась. Картридж с собой не взял. Так понял, в этой части у него тоже легитимные картриджи, а не какая-то суперсила. А что тут было, как будто кнопка? Нажать можно, нет?
Что? Я пошлю цветы? Какие цветы? Блин, а можно снимать костюмы и по городу бегать как человек, чтобы тебя уже не 5 давали, благословляли, а унижали, там, говорили, уйди нахрен, типа, ты чё, мешаешь мне ходить? Типа, ты чё ждёшь вообще здесь, чё тебе надо? Ну ладно, полетаем. Пора экшончик. Так идеально музычка ещё и меняется от этого. О-хо-хо! Скорость очень классно чувствуется от этой всей фигни. Жесть, что творит. А можно в дом впилиться и сломать себе что-нибудь, чтобы потом регенерироваться несколько недель? Нет? Блин, до самолета бы допрыгнуть, летают такие классные. Мне не хватает, чтобы он бежал и как бы... Ну-ка, можно нет, что будет? Хотя нет, можно более-менее что-то такое мутить. А куда я лечу-то? Я забыл уже миссию. Я чем вообще занимаюсь? Вау. Прям до самого верха долетаю. Блин, классно. Я до этого в игры по Спайдермену почти не играл. Так, чуть-чуть заходил, и меня как-то сильно не прикалывало, и не задерживался я долго у них. Ты бросила курить. Что теперь говоришь, Люда? Хотя почти прошел про Спайдермена игру. Понятно. Где она как комикс выглядела. Amazing, кажется. Не Amazing. Забыл, короче. Ладно, пофиг. Молчу. В этом году балла не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Оскорб. Оно же того стоило? Ну да. Оскорб. Еще час назад. Но система упала. Весь город. Все вышки. Как? Не Stark Industries едиными. Сервер, и все вышки отключились. Что, свои? Возможно. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. И быстро. Графина немерена. Ты позвонила мне? О, как мило. Я позвонила, кому доверяю. Плюс на линии помехи, и мы не знаем, что делать. Костюм можно поменять? Ну, нормально. Как бомж ходишь. Сложности. Сломаешь, заплатишь. Я думал, ты мне доверяешь. Проверю-ка я эту вышку. Давай, что сделать можно? Входные частоты смещены. Изящно. Блин, как же все у него просто. Какие входные частоты? Так, это точно из Бэтмена взято. 100% прям. Ну все, изи. Это коллектаблс, короче, нам демонстрируют, чтобы мы теперь по всему городу собирали всю эту тему. Наша вышка снова заработала. Ты помог? Ну я ж не только симпатяга. То, что ты сделал, это можно повторить другими вышками? Ага, но знаешь, что для починки мне пришлось залезть в ее программу. Я теперь тоже получаю все отчеты. Похоже, тут неподалеку сейчас кража со взломом. Ясно, хорошо, что там наш отряд. Это что, типа, из Watch Dogs'а система? Типа преступление, Оскорб штуку сделала как умный город из Watch Dogs'а, когда и преступления трекаются вот так просто. Ну-ка. Че это, русские опять? Реально, ну что это? Как это еще объясняется? А что сидим? Теперь уверен, что они не забыли ключи. Так, надеюсь, у них нет оружия, да? Противники с холодным оружием способны блокировать большинство атак, но уязвимы для подбрасывания воздух, паутины и бросков предмета. Понял? Нажмите много раз подряд, чтобы провести серию атак воздуха. Да вы чё, парни, охерели, что ли? Нет, это чёрненькие ребята, значит, не русские. Блин, он дерзкий какой-то. Резкий слишком с этой дубинкой. Тихо, харе. Ну всё. Надоел. Где? Всё? Изи. Все, готово. Спасибо. Еще
недалеко от тебя разбойное нападение. Везучий это, Юрий. Чем еще занимаюсь? Любимый, грубый, но милый, опытный детектив готов к бою. Чего? Нет, 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 ты обещал, что больше не... Коп-паук. Нет, не надо. Что это за фигня? Коп-паук. Такого не было еще до этого нигде показано. Что-то все касценами перебивается так резко. Отвали, урод. Но это лучше, чем как-то тупо. Точняк, это она. Чё она? Я сказала, отвали. Кто она? А ну потише, леди. Не а что будет, если я дождусь чего-нибудь? Видно, ничего. Чего, интересно, говорят? Они же молчат даже, да? Может, они, у них батл? Батл-рэп какой-нибудь? Типа она 2-1 батлится. Ладно, непонятно. Громилу очень сложно ранить в рукопашную. Чтобы заставить его раскрыться, используйте паутину и броски предметов. Ранить в рукопашную? Ты вот это Громила? Офигенно. Потому что разработано мной. А, тихо, тихо. Я хочу сначала его убрать, конечно же, чтобы он не мешался мне потом. Да блин, я не успел. Ай. Ладно, разберемся. Тихо! По одному! Тихо! Он как фиск, короче. Ой, блин, тут даже не увернуться. Тихо. Обратите внимание, какие у них мусорки, короче, для разных штук разные. Нормальная цивилизация. О, классно, закончил. Уходи, или она умрет! Чё? Спасите должник, пока не остекло время, используйте тело для прицеливания, а затем R1, чтобы разоружить врага. Это выглядело багованно. Ну да ладно. Зато очень все разнообразно. Очень классно. Все в порядке. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного... Джеймсону? С добрым сердцем. Кому Джеймсон? Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Я видел, как ты справляешься. Но имейте в виду, есть такое место, Центр Пир. Видела. Мне не нужны парни. Центр Пир? Там лучшие оладьи в городе. Уверяю. А там бомж? Мама когда-то пекла оладьи. Я не пробовала их. Спасибо за интересную инфу. Буду знать. Спасибо, парень-паук. Парень-паук. Я паукоп, алло. Парень-паук. Мужчина-паук. Чтобы пробежать пистолет, нет, все равно, понятно. Но я так и делал уже. Блин, как все проработано, очень классно. Очень много всяких штук. Ого, даже эту штуку не проигнорировали, а вон сделали нормальное. Поднявшись на вершину, Коп-паук разглядел свою цель. Вторую охранную вышку. Это ты про себя, что ли, вещаешь? А про кого? Нет, конечно нет. Классная тема. Это оригинально. Стоп. Ой, страшные звуки ошибок Windows. Надо посмотреть. А, лицензия полетела. Анимация зациклена. У меня, блин, иногда комменты пропускаются. Но я все равно все вижу. В общем, так. Блин, как-то уже ярко. Свет меняется от того, что начинал еще днем. Сейчас уже куда позднее.
Пускай так. Ну да, зацикленная анимация, конечно, не так круто, но... Но все равно неплохо. Все неплохо. Все это вообще достаточно классно для любой игры. А тут она такая классная, еще и такие штуки есть. Выглядит, кстати, как логотип Бэтмена. Почему? Ой, Супермена. Этот Оскорб. Можно построить эти вышки не только на преступление. В смысле не только на преступление? Она что-то хорошее еще? Кто-то через дорогу бабушку перевел? Это что за рюкзак? Есть! Теперь вышки ловят все радиочастоты. Какие еще? И поблизости тут что-то есть. Что же это? Это что? Ого! Это же мой школьный рюкзак. Я забыл, что цеплял на них маячки. Тебе их много, типа, было? Почему ты его не забрал? Как можно забыть, что ты маячок на него поставил? Лол. Интересно, сколько таких пустых? Чё-то не очень. А, лол, серьезно. Это вот столько рюкзаков у пацана. Вы серьезно, да? Ну это как-то нереалистично. Зато карту можем посмотреть. Это типа закрытая территория, да? Так карта очень здоровенная. А вот это не карта уже, да, я так понимаю? Офигеть. Цени, какой здоровенный город. Но это получается только средняя часть Нью-Йорка нарисована. Лучше бы комиксы собирал. Было бы прикольно. Но они на улице не валяются. Недалеко от тебя ограбление. Интересно, камео Станали будет? Он и человек, и паук, но главное коп. Классно. Чего хотел сказать? А, говорю, в Amazing Spider-Man был камео Спайдермена Ли, где там был магазинчик комиксов, и он туда мог заходить и базарить с ним. И я ему даже какие-то задания давал, типа того. Это работа его, он работал в магазине комиксов, по-моему, насколько я помню. Блин, как красиво, а? Открывай сейф, живо! А что-то ни родну не попали даже. Странно даже как. Лол, меня сейчас замочат. Это что? Я же новые удары разработал, но я не применял еще ни одного. А кто? Вы так усердны на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Человек-придурок, говорит. Блин, очень люди прониклись, когда разрабатывали. Вот прям заметно в каждой детальке. Как же классно будет, когда эта же студия выпустит какую-нибудь игру про Iron Man или типа того, прикиньте. Ты не хотел сказать, Коп-паук ее починит? Я тут подумал, Юрий. Служба закону — удел молодых. А Коп-паук, он уже слишком стар для этого. Надеюсь, все идет туда, куда я думаю. Сегодняшнего дня Коп-паук в отставке. Да? О, слава богу, за это надо выпить. Что-то легко сдался. Все пьем сегодня, Юрий. Память о Копе-пауке безвременно. Юрий, ты тут? Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Эй, да я же... А, не за что цепануться даже. Это еще и помещение проработано ведь. Смотри. Только хатки, конечно. Ну, это же не одна хатка, наверное. Просто часть. Блин, тут целую квартиру можно посмотреть. Неплохо, неплохо. Удерживать L2, чтобы прицелиться. Чего еще раз? Что он делает? Я что-то не понял. Ну ладно. Оскорб. Она заместо Stark Industries фирма, здесь Оскорб буквально как будто. Вышки показывают на карте различные находки с плане побочным заданием. Столько уже разблокировок, как будто пол игры прошел.
Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры. Инструменты для ремонта костюма в лаборатории. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Для ремонта костюма в лаборатории. Чё ты так сел? Доктор, как все прошло с комиссией? Какой-то какой город огромный, охереть. Как выглядит классно. Проработан. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Отдохнем и продолжим творить будущее. Как это классно выглядит, а? Его оптимизм. Офигеть. Продавать. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться костюмом. Интересно, боже, что это вообще лучший открытый мир в играх, или, ну, в играх про супергероев, наверное, 100%. Как это классно выглядит, зацените. Жесть. Мне хочется до тех часов пролетать. На всех крышах можно шарахаться. Там вот внизу всех видно точно так же. Птиц что-то много. Так, только... Иногда сложно за что-то зацепиться. О, стоп, это ребята в баскетбол, наверное, играют. Лол, извините. А что все так кричат? А, они реально играют в баскетбол. Я хочу зайти. А можно поиграть? Он победил. А можно поиграть с вами? Алло. Эй, 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 эй. Блин, нельзя. А вот это было бы классно, если можно было подойти и, короче, тебе предложили. Эй, ты, ну-ка кинь. Я он такой взял паутины, как-нибудь шикарно это сделал. А если я вот это подниму? Беспорядки на улице устраиваем. Ладно, пофиг. До свидания. Но все равно классно даже, что они это делают. Такого во многих играх и такого нет. Здравствуйте. Всем есть чем заняться, а? Чайнатаун. Что происходит? Что? От какого босса подарок? Вы кто такие? Бью без промаха. Ты промазал уже столько раз, парень. С моими поклонниками. Че он на английском говорит? Thank you, thank you. Мне игра на английском заговорила. Алло. Что-то это не прикольно. Я надеюсь, она починится сейчас. Сабы на русском остались, а игра на английском. Ой! Я, это что за игра? Боулинг. Такую толпу положил. Ничего себе, а. Вот это точно незаконная деятельность. Но могу позволить, если я Человек-паук. С работы тебя смотрю. Привет, Магиварч. Здорово. Игра классная, очень мне супер нравится. Но просмотров опять нету. У меня проклятый уже канал какой-то, я не знаю. Кентокен покупал. У нас расшаренные аккаунты. Конечно, охлаждает после того, как я к твоей мамке прихожу. Нравится там все. Что? Что мне может нравиться? О чем ты? Новая аватарка, говорю. Жесть на улице такое встречать. Ой, извиняюсь. А тут вообще светофоры работают? Наверное, да. Но это красный явно. Че на работе было, Мугивар, сегодня?
Что-то мужику ее не понравилось, что я опять дал. Ты чё, охерел, что ли? Ну, классно, сейчас дома расслабишься под стримчик-то сама то. Смотри, как много народу, офигенно. Игра вообще со всех сторон классная. Наверное, ничего плохого пока вообще нет. Ну, кроме того, что мини-игры туповатые, но они простые слишком. Да ты стендаперша какая-то классная. А это что такое? Газетку почитать можно? Где? Какой Union Square? Меня вот уведомляют о всяких преступлениях, но как на них и выходить, я что-то не понимаю. Простите, простите. По звуку картинки Мугиварш все норм. Че за фигня? Посреди улиц какое-то преступление. Авария? Только тут баги какие-то с озвучкой. О, их уже поймали. Off the streets into homes. Короче, центр Фиаст устраняет бездомных на улицах. Ну, то есть, в смысле, помогает с этой проблемой. Иногда люди начинают на английском говорить ни с того, ни с сего, и русская локализация отключается. Прикольно. Не только... Блин, вот в играх, знаете, есть такая фишка, что если персонаж ничего не сделает, то никто ничего не сделает. Смотрите, менты работают, как бы. Они взяли, сами поймали кого-то. Молодцы, классно. Можно полетать. А то я все хожу, дохожу. Блин, да подожди. Надо как-то разобраться понемногу, чтобы покруче все это делать можно было. Ухо-хо. Какие еще акробатические трюки можно делать? Их тоже недостаточно как-то. Нет преград. Что я сделал? Эта авария меня пугает. Какая? Все живы. Какая авария? Пойду по приколу вышку разблокирую. Раз она рядом. Благо расшифровывается они очень просто. А, вон преступление какое-то сразу же. Да? Да, преступление. Ладно. Что делать-то надо? Ой-ой-ой. Чувака завалило. Блин, вот это обязательно было? Кого-то ударил, походу. Я всем расскажу, что ты герой. Спасти мирных жителей. Прикольно. Классные ивенты. Довольно разнообразные. Ты вылазишь или нет? Я что, должен долго тачку эту держать? Или его придавило так сильно, что он тупит? Все в безопасности. Все? Все хорошо? Ну ладно. Хорошо. Блин, спасатели приезжают сразу же. Все очень продумано и клево. Че, ну-ка, и че, прям помогать будут? Реально подошли к людям. Ну, базарить с ними уже неплохо. Блин, кайф. Классно, классно. Все живое. Это лучше, чем в GTA, например, вот эти вот проработки таких вот ивентов, между прочим. А это уровень-то довольно большой. Так, мне надо костюм починить. Сейчас выбрать даже дадут. Тут есть костюм из Мстителей последних. Даже клешни у него вытаскиваются, мне говорили. Должно быть очень классно. Расчесался. Проверю, все там норм. Вроде норм. Вроде все нормально. Кроме того, что почти никого нет. Печально, печально.
Ну ладно, живем дальше. Что там еще будет? Это что? Пропуск, я думал, сигнализация пожарная. Octavius Industries, так у него фирма прям оформлена. Кажется, док до утра не вернется. Заняться паучьими делами. Я думал, вечеринку захочет устроить. Че это? Попробуем улучшить наш новый протез. Какой протез? Я должен просмотреть рабочий и перепроверить его работу. Octavius Industries. Так у него фирма прям целая есть. Я думал, он так, но он им ученый. На этой станции вы можете работать над проектом схем. За завершение проектов вы получите опыт и другие награды. По мере прохождения игры вы получите доступ к новым проектам схем. А что нужно? А где добывать их? Премия за полное завершение. Мне по одному как-то что-то это делать или что? Или ходить? Док пытался улучшить отзывчивость к ним. А, понятно. Понятно. Блин, а это вот обязательно? Я могу этим не заниматься? Улучшить отзывчивость пневмопривода. Это все, конечно, прикольно, но... Надо лучше экшончик. Я все надеялся, что таких миссий будет поменьше. Ну, хоть они простые, конечно, очень. Никаких тормозов нету из-за них, но... Они все равно время отнимают. Здорово. Очень плавный отклик. Пройдено. И чё? Стой. Теперь настроим силу хватки протеза. Недоступно. А почему недоступно? А мне вот эти штуки, значит, надо, да, сделать? Все. А мне это вообще что-то дает, кроме опыта? Ну, то есть, так, это по сюжету нужно? Хватки протеза. Ну, хотя бы они, ладно, быстрые, пофиг. Попробую по фасту. Окей. Так-то лучше. По крайней мере, кости пож... Интересно. Блин. Отчисление дока по что-то говорил. Пространственного отображения. Так, стой. И чё? Погодь. У меня остались только треугольники. Это явно что-то не так. Вероятно, нужно сделать вот так. Да? Да. Так. И вот это. Круто. Руки. Настрою гироскоп руки на автоориентирование. Гироскоп руки. Так, стой, какие еще есть? Ну да, вот эта вот штука мне явно нужна. Ох, фактическое напряжение требуемое 4. Ну пофиг, пока поставлю такие. Там уже разберусь. Угу. А, так у меня их 0. Ну ладно. Мне все равно наверняка вот эти вот нужны. Стой. Стой. И чё? Ну типа вверх. Так что ли? Ну да, получается так. Здесь вот это. Потом... Напрямую. Нет? Где итог? Так, итог вон там. Да, значит, здесь треугольный еще раз. Треугольные кончились. Все. Окей. Здесь тоже треугольную. Только другую. Здесь у нас вот такая идет. Потом снова такая. Нет. Треугольная. Все. Кайф. Готово. Готово. И последнее. Это поможет держать... Док пытается уменьшить общее энергопотребление протеза. Общее энергопотребление протеза. Вот это или нет? Стой, куда она идет? Почему так много полей? Мне в итоге надо туда довести, значит, я... Так, еще какие-то есть? Нет? Нет. Значит, мне в любом случае вниз. Теперь вот это. Теперь оно... И
И... А, ну все проще, чем кажется. Нет. Фактическое, требуемое. Ну все. Да, выглядит страшнее, чем на самом деле. Так более рационально и безопасно. Ну все? Блин, я надеюсь, это была обязательная хрень, которая мне что-то дала. Надо подумать над организацией рабочего пространства. Комиссия по грантам разочарована, да. Но именно такая... Ой, а я отхожу, пропадает? Ну все, это я починил. Что-то еще можно поделать? Мне аж костюм починить надо. Ну я или метка там и стоит. На этой станции вы можете работать над спектрографическими проектами. За завершение проекта вы получаете опыт и другие награды. По мере прохождения игры вы получите доступ к новому спектрографический проект. Ну что такое спектрографический проект? Это то же самое, во-первых. А во-вторых, я так и не понял из первого раза, что это. Ну ладно, ладно, пойдем чинить костюм. Вроде я все смотрел. Ого. Да, он жестко потрепался. Это тоже классно. Да вот в Бэтмене, в Асайлумах тоже стали первый раз придумывать. Стой, погодь! Что это? Дай ему по лицу. Если бы я знал, что ты тут, я бы... Не может быть! А чё так просто? Стоп! Ну да. Это ты. Лол! Я не знаю, что... Да брось, Паркер, это же очевидно. Я объясню. Что ж ты раньше не сказал? Я хотел... Лол! А может он добрый в этой вселенной? Было бы классно. Знает, моя семья будет в опасности. Стой, надо потерять память ему. Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой это тоже. А, лол. Да. Дурак. Не бойся, я нем как рыба. Делаешь ему снаряжение. Ну, я, пожалуй, пойду. Он даже не понял, что это я. Но догадаться можно. Но это лучший расклад, чем могло бы быть. Ого, он палится и палится. Посмотри свой имейл, Отто. Как он не проснулся? Норм, мониторчик. Надеюсь, док не уволить меня хочет. А что, так можно? Питер, когда я узнал, что ты подрабатываешь изготовлением костюмов Человека-паука, это правильный термин? Я вспомнил, какой ты замечательный человек и партнер. Даже когда ты очень занят, ты находишь время помогать другим. Заметив, что костюм поврежден, я взял на себя смелость придумать несколько улучшений для него. Во вложении ты найдешь некоторые мои идеи, которые улучшат костюм и помогут защитить Человека-паука, который так много делает для города. Я горжусь нашей общей работой, которая меняет мир к лучшему. Твой партнер. Белый паук? Что за белый паук? Алло. Обращаю внимание... Доктор Кария Софенс. Короче, обратив внимание на исследование доктора Кария Софенса, больше контраст ведет к более медленному визуальному процессу. Это должно дать твоему другому нанимателю более, короче, преимущество в конфликтах. Короче, какая-то общая информация, видимо. Ого, теперь вы можете использовать жетоны для изготовления улучшенного костюма. А, вот этот новый костюм, да? А мы в стандартном, получается, каком-то бегали. Чтобы заработать жетон, выполнять побочные задания, совершать различные действия в городе. Удерживайте, чтобы изготовить улучшенный костюм. Стой, да подожди, я хотел старый посмотреть. Чтоб сравнить. Белый костюм. Чего себе он на себя дизайнерскую роль взял. После изготовления костюма новая функция будет выбрана автоматически. Выбрать любую из доступных функций костюма можно в соответствующем меню. Костюмы также можно улучшать с помощью модификации. Открыть или выбрать модификации костюма вы можете здесь. Выполнять побочные задания и участвовать в событиях для получения доступа к костюмам, а также их функциям и модификациям. Ну, понятно.
Должно сработать. Да стой, я хотел еще полазить там. Я же даже функции костюма не выбрал. Там наверняка прокачка и все такое. А, ну даже вернуться нельзя. Ну так несерьезно. Но костюм клевый все равно ведь, да? Может, нам его даже слишком рано дали. Блин, интересно, долгая игра, нет? Пардон, пишу на работу. На какую работу? Ага, офигеть, как круто выглядит. Графон это сколько? Что позволяет такое делать? Я думал, это Юри. Вот так вот я хочу делать. Вот эта функция есть, нет, по дефолту. Новый костюм, старый добрый я. Блин, Октавиус помог костюм, значит, сделать здесь. К сожалению, нельзя, видимо, так же рукой пошоркать по земле. Человек-паук, думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Много инвесторов. Без причин мы не могли. Но сейчас причина есть, да? Поэтому я надеялась, что ты осмотришься там и скажешь, если найдешь что-нибудь. Понял тебя. Стану любопытным соседом-пауком. Чё-то не понял. Эти вышки вообще не влом разблокировать. Здесь очень просто приятно перемещаться. Здесь тебе не впадло, а все это собирать будет. Как будто вид от первого лица включился на секунду. Чтобы усесться на уступе? Лоу, а зачем? Зачем эта функция есть? Чтобы быть крутым, как в фильме? Это все? Лоу. Классно. Если бы в птиц врезаться. Мои преданные слушатели... Бон, можно отказаться, значит, настроек. Я не понимаю, почему. Вспомнят. Я предупреждал, что в городе устанавливают жуткую систему наблюдения за преступностью. Почему жуткую? Сейчас с Е3, походу, будет миссия, но... Куча парней, которые совсем не строительством заняты. Блин, сейчас тут дальше супер экшоново все будет. Сейчас я это выясняю. Ха, док прислал сообщение. Куда он телефон уже раскладывает? Идея паучьего гаджета. Он хоть во сне перестает изобретать? А, это все значит, можно реал-тайме менять. Разработки Йота позволяют вам наказать ударную паутину. Офигеть, как это проработано, это офигенно. Таким точно никто не занимался. Мощный выброс паутины, мгновенно обездвиживающий врагов. Для получения доступа к новому гаджету используйте жетон или медаль. Понятно, вы можете улучшить каждый из гаджетов с помощью жетонов. Чтобы заработать жетоны, выполняйте побочные задания, совершайте различные действия. Понятно. Вот эти все, куча гаджетов всяких, короче. Но это потом только разблокируется. Очень долго до этого качаться, но все равно это очень круто. А это же сейчас стандартный мой, да? Окей. Навыки у меня... О, 2 очка навыка есть новых. Так, вот эту вот штуку надо купить обязательно. Что-то еще там было, то, что я сразу же хотел купить. Вот это тоже классно, но сейчас мы так как на балках, как раз, которые, видимо, в этой заставке, я прокачаю. А, стой. А, оно стоило 2 очка. Ладно. А можно костюмы тут менять? Нет. Коллекция? Что за коллекция? А, то, что я собирал. Понятно, ладно. Тесты. Персонажи. Жалко, нету 3D-моделек, как в Бэтмене. Ого, куча так-то приемов есть. Они, блин, очень классно, что они все показаны хотя бы на превьюшках, что делают. Потому что частенько это непонятно ведь. Надо всему этому научиться. Обход угла. Ух, кто бы вот это мог про это подумать? Спуск потолка? L2. Тоже кайфово же. Воздушная акробатика. Ну, вот это я делал. Но это мало. Надо еще трюков. Я надеюсь, можно их прокачивать будет.
скачка. Ну и все, это стандартненько. Костюм мне нельзя здесь, значит, менять. Ух, окей. Похоже, может сработать. Какие же охеренные лужи. Так. А, еще и выбирать это надо. Почему я не взял очки? А, ударные. Окей. Где он? Шикарно. Доку понравится. А чё еще? Ну это стелс-миссия. Окей, я понял. Вот как мне вот это вот обойти? Можно? Дополнительная цель? Какая дополнительная цель? Как спускаться, чтобы, ну, не позориться? Можно это делать? Нет? Видимо, нет. Ну да ладно. Блин, он палит жестко. Можно по стелсу всех развалить, чтобы вообще никого не затриггерить? Боевая концентрация. Suit power. Так. И что? Ну, я сейчас сниму вон того, вон, парня. А можно вот так вот? До свидания. Лол, а он умер или чё? Ну, это тупо. Ну, так в играх Бэтмена про так же вообще-то вся эта же фигня. Блин, далеко он херачится так-то на самом деле. Это как бы не сильно стелс. А, он еще и заматывается. Ну, это если только так сбивать их, чтобы они к стенам прилипали, либо с домов падали. Чик-пук. Да с чего ты взял? Просто птичка пролетала. Блин, не так все просто, да? Попробую вокруг как-то крутиться. Офигеть. Классно. Вариативность большая. Блин, он сквозь текстурки, ну да ладно. Надо, я хочу вон на ту балку какую-нибудь запрыгнуть и, короче, с нее попробовать кого-нибудь зацепить. Вот на эту вот балку, да-да-да, и поднять. Вроде такое было где-то то ли в трейлере, то ли в обучении. Да, вот последняя штука, которую я, короче, прокачивал. А что, только так? А, ну да. Или нет? Это был стелс? Да, это был стелс. Класс. Меня не видят. Окей, дальше что? Здесь кто-то еще есть? С той стороны вроде никого больше нет. Так, там чувак, наверху чувак. Вот этого вот парня паутинкой можно было бы херануть, конечно, хорошенько. Да? Он к той бы стенке. Ну-ка, попробую сейчас. Не, не получается, не долетело. Ну-ка еще раз. Подожди. Блин, а сколько копится? О, нормально. А могу по стелсу подкрасться? Лучше я сейчас проверю, чем посреди игры где-нибудь. Ну-ка. Будет что-нибудь? Не, не, квадратик. Да, есть стелс полный, класс. Спокойной ночи. С тобой что можно сделать? Понять бы ничего не успел. Кто испугался? Ты вообще меня не видишь. Где ты? Кто там вякнул сейчас только что? Придется тебя... О, он еще один. А, там еще наверху один. Так, ладно, понял. Класс. Так, сверху был еще один парень. Простите, тебе придется полетать. А, нет, стой! Стой, как это работает? Блин, они меня заметили или нет еще? Видимо, нет. Еще парни. Стой, дай подумать. Были же боевые штуки. Почему? Вот же. Джектор паутины, дрон-паук, ударная паутина. Почему оно у меня отключилось? Я на что нажал такое? Алло, слишком низко. Слишком низко, Паркер. Так, я немного потерял концентрацию.
Так, ну он внизу палит, все не может найти меня. Так, еще. На карте, в принципе-то, видно, сколько их, но... Надо все это по уму сделать как-нибудь. Я могу просто примагнить сейчас вот этой херотой, нет? Ух! Это вышло поэпичнее, чем я думал. И я спалился. Блин, мне нравится, что можно облетать со всех сторон, короче, и неожиданно для них вылазить вообще с другой стороны. Жесть. Это очень весело. Функцию чего? Я пропустил. Обалдеть. Ну что я сделал, я даже не понял. Что это за режим? Видимо, это какой-то режим ярости или типа того. Жесть. Это очень круто. Какие торговли оружием? У меня... Ой, блин, у меня тут посерьезнее дела. А сколько у меня этих штук есть? Я не понимаю. Эй, подожди, и тебе сейчас тоже достанется, не торопись. Блин, много урона, слишком много урона. Блин, я не вижу больше врагов. Стой, дай подумать. Надо подумать. Сейчас будем... Так, хорошие супергерои всегда идут в обход. Понятно. Надо немножко обойти их. Да не отпускай, братан! Это не то, что я хотел. Ага. Так, но они меня потеряли. И я их тоже потерял. Они все там стоят. Блин, у меня паутина ударная закончилась, между прочим. В натуре закончилась полностью. Ладно, пофиг. И так справимся. Так, полежи пока. Функция костюма готова. Ты сам отвали. Так, 4. Ваш новый костюм обладает специальной функцией. Функция костюмов наделяет вас особенностью. Выбранная вами функция костюма непрерывно генерирует концентрацию. После применения функции костюма со временем восстановится. Так, я понял. Они позвали друзей. Но что это за функция, я так и не понял. Ну, видимо, ярость реально какая-то. Ого! А этим ударом можно щитовиков тоже мочить? Привет, еще парни. А у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. О, нет, нет, стой! Стой! А, блин! Да все ж хорошо было. Ну что такое-то, а? Неплохо же месился. Так, а 4? Что за волны такие? Блин, вот эту гранатку можно было поднять. Надо этим пользоваться в следующий раз. Ничего не вижу. Приз получен, получи реакцию. Тихо, вот давай! Класс. Прости, чел. Это не твое. Эй, 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 там какой-то автоматчик жесткий прям. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то... Купите уже носки и носите. Кто не носит носков? А, давай, тихо. Так, у тебя автомат, надо его первого положить. Да кто вас просит, не дадите вам победить. Так, стой, слишком жесткий. Так, просто его не победить. Да кто шутит? Какой у тебя шанс? Стой, давай. Бру, паутина сломалась от электричества.
Вы что, серьезно? Товарищи? Какие ракеты? Он что, улетел с дома? Упал. Тихо, подожди. Да, надо вот этого чувака замочить обязательно. Блин, офигеть. Ну их очень много, что-то прям совсем. Армия целая поднялась. Как они все в лифт влезли вообще? Как они успели, чтобы лифт с первого этажа за ними приезжал столько раз? Ладно, иди сюда, парень. Так, стой. Я не это хотел. Блин, я не это хотел. Вот, кайф. То, что надо. Меня эта паутина, интересно, бьет? Иди сюда. Привет, еще парни. Еще парни. Тихо, тихо. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Ладно, тут нельзя много умирать, иначе просадки будет прям вообще жесткая. Не очень красиво получится. Например, вот так вот. Давай, щитовик первый. Так, потом электродный. Блин. Давай, давай. Ну изи же. Как же он уворачивается-то хорошо. Нет. Я предлагаю закончить, ребята, полюбовно. Слишком вы крутые. Офигеть. Сложно. Я представляю, как на хардкоре это было бы вообще задница полная. Может, я что-то не использую? Какие-то части окружения? Или... Блин, зря только пролетел. Несерьезно вообще. Жизни нет нихера. Может, мне как-то акробатикой можно получать эти... Я не знаю. Походу, реально. Нет, нет. Когда я бы успевал их мочить? Ничего не понимаю. У меня еще ударная появилась теперь. Снова. Можете попытаться скрыться? Нет, они палят меня. Ну все, етить. Так, и что тут делать надо в таких ситуациях? У меня не, я не успеваю жизни себе восстанавливать. Меня мочат просто и все. Я что-то не так делаю. Какой же костюмчик классный. Давай, учи. Блин, эти стрелки еще и жестко мочат, конечно. Еще парни. А у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Класс, наконец-то. И жизни даже еще не отняли у меня. Сейчас, наверное, придрочусь, и все хорошо будет. Иди сюда. Так, все пока неплохо. Мне кажется, все агрессивные очень и жесткие, но... Блин, первое, единственное крытие мое сломал, которое меня спасало. Давай. Надо, видимо, чаще этот режим юзать. Походу, он реально дает помощь. Что ли? Дай! Хорошо отвечает, конечно, парень. Парень, серьезно? Стой! Я не видел ничего, я не хотел этого. Жизни что-то нету, нихера. Так, угомонись. Ну все, парень. Нет! Ну это было нормально.
Фух, это было сложно. Тайник Фиска. Жесть. Это вообще обязательно задание? По-моему, это... Что-то не обязательно. Это вообще, это уродливо. Это как-то аморально. Они вообще живые. У Фиска есть еще стройки в городе. Уверена, это тоже прикрытие. Наведайся туда и сообщи, если увидишь что-то подозрительное. Да это далеко. У меня там даже карта не открыта. И чё? Тайник Фиска, вражеская база. Добивающие приемы 10. А я сколько сделал? 0? В смысле, какие добивающие еще приемы надо делать? Я же все, кажется, сделал. А зачем вы мне это показываете? Где миссия? Если я хочу найти все стройки Фиска, нужно перенастроить мой навигатор на повышенную точность. Я не хочу найти все стройки Фиска. Это можно сделать, используя объемную обработку фотографий популярных мест. Пожалуй, я знаю, откуда начать. Чего? Че ты там придумал? Я не хочу больше строек Фиска. Угу. Так, ну миссия вон хотя бы открылась. Куча дополнительного. Ну ладно, рюкзак близко, я его пойду возьму. Так. Функция костюма. А, ну это опять это. Где он? Наверху? Что-то не понял, где рюкзак этот. А. Питер, кажется, я убедил комиссию по грантам. Главное, чтобы завтра подгонка снаряжения с Оксидором прошла успешно. Здорово, док. Мы снова... Гостевой пропуск скоро? Предварительно. Если наш небольшой инцидент ускользнет от внимания мэра, будешь завтра на подгонке? Обязательно. Сейчас подгонка. Все пройдет хорошо. Мы изменим мир, док. Я согласен, и просто на отсутствие возгорания увидимся завтра. Отсутствие возгорания. Походу, я именно на это место и иду сейчас. А, вон, можно кроватику в другие стороны мутить, короче. И будет классно. Это самое крутое, что есть. Так, надо подняться. Добрый Empire State. Люблю этот город. Самолет как будто в него а сейчас врежется. Камеру. Давай, 911. Или как? Нет. Так пойдет. 911. Карта сейчас перенастроится. Как там? После ухода из Бьюгла я почти не фоткал. Уже забыл, как это здорово. Надо поснимать другие достопримечательности. Понятно. И чё? А зачем карты опять? Опять вышку открывать? Стой, как я включил ее? Стрелочка вверх. Достопримечательность пройдена. А чё ещё надо поснимать? Это мистер Ли. Алло? Кто такой мистер Ли? Это Мартин Ли. Хотел тебя предупредить, у нас ещё не всё готово к вечеринке. Курьер с тортом, кажется, застрял в пробке. А, конечно. Скажите, как будете готовы, я заскочу. Отлично, до связи. И кто здесь по сюжету этот Ли? Так, появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе. Он, кстати, был в фильме Spider-Man Homecoming новый. Новое побочное задание. Ой, где там карта? Не на то нажал. 15-3 миллиона подписчиков. Официальная учетная запись вашего дружбана цвета Человека-паука. Джей Джей был прав, арест Фиска растревожил синое гнездо, и платить за это будем мы, а не Человек-паук. Короче, это твиттер местный. Нью-Йорк, 19 градусов, ясно. Прикольно, прикольно. Либо Нью-Йорк стал меньше вонять, либо у меня отшибло нюх. Какая прелесть, на Инстапик выложили фотку нового костюма паучка, эти белые элементы ему так идут. Джизус. Ничего ты не понимаешь, там целая куча тактических так. Фишек, о которых мы даже не знаем, это намного интереснее. Технические подробности любопытны, но, о май гад, какие у него бедра.
Блин, их много слишком. Похоже, мне здесь никого не интересует. Наверное, что делать? Я выключаю комп, а он опять включает сам по себе. В чем проблема? Это вообще кто пишет? Вот черт. По какому поводу? Ладно, зачем я вообще туда зашел? Что происходит? Миссия где, я хотел спросить. Вот что я хочу делать. Так, это стройка. Мне нужно вышку открыть, реально? Чтобы пройти дальше? А, все-таки костюмы можно в Open World менять. Ну-ка, я хочу посмотреть, что у меня есть. Так, вот стандартный костюм. Но он похож тоже на, как в начале Homecoming. Что там дальше есть еще? А, ну то же самое, но чистый. Окей. Так, нуарный костюм. Так, с альтернативных вселенных всякие костюмчики. Багровый паук. Мне не нравится. Эка, что это? Паучья броня МК-2. Это что за фигня? Бронепластины. А что за какой-то вселенной? Я даже не помню такого. Но Марк 2 это как будто Iron Man его делал. Паук-панк. Тоже отстой. Здесь вот этот единственный прикольный. Костюм Железного Паука из Мстителей. У него еще и эти железные руки открываются. Крушите врагов четырьмя искусственными руками из моноатомного кристаллического сплава. Костюм Скорость. Позволяет быстрее бежать и передача импульсов в реальном времени, помогает сбивать с ног противников. Нет, что? Нет связанной функции? Чтобы получить костюм, найдите все рюкзаки. Это, видимо, какой-то старый костюм, где он еще из своей кофты просто что-то замутил. Ну, понятно. Стоп, а где, получается, из фильма костюм? Я его еще не открыл. Костюмов так-то много, это классно. Ну, здесь только вот этот, наверное, интересным остается. Ну, ладно, какие там функции есть? Я пока в стандартном побегаю, он довольно классный все равно. Боевая концентрация. Вот, синтетический биоматериал, разрабатывающий гормоны концентрации на короткое время. Ну, понятненько, короче. Сильнее тебя делает. Тяжелый рок? Что, серьезно? А, из панк-костюма можно... Ну, это тупость какая-то. Гитару доставать, серьезно? Это супер нереалистично. Вот железные руки, короче. Ну, это, конечно, классно, но тоже. Тоже not immersive, так сказать. Вот бы для быстрого бега. Тут, наверное, самый прикольный — это быстрый бег, если не концентрацию юзать. По городу перемещаться она всегда используется. Что за модификация? Атаки гаджета повышают концентрацию. Уменьшение получаемого урона в рукопашной. Увеличение радиуса действия сканера дополнительной реальности. Мне интересно увеличение опыта, начисляемого за победу над врагами. После идеального уклонения носимый урон временно увеличивается. Ну, вот это прикольно. Уменьшение получаемого урона от пуль. Противник требуется больше времени, чтобы обнаружить вас, когда вы прячетесь. Вот это хочу. Я же по стелсу играю. А я не могу выбрать? Чё? А почему не могу выбрать? А, удерживать? Стой, жетоны. Рюкзаки. Для этого всякие... Это покупается, значит. Я думал, это уже открытые какие-то вещи. Жетоны достопримечательностей. Жетоны преступлений. Но я могу... Только радиус дурацкий прокачать, который мне бесплатно не нужен. Ну ладно, короче, со временем тогда откроется. Вот эти функции костюма, главное, открыты все. Больше ничего не показывается. Вот эта штука у меня открылась, которая самостоятельно дружит соседних врагов, истребляет их энергетическими импульсами. Понятно, ходячая мина. У меня навык один разблокирован. А я что хотел прокачать? Ну вот это вот надо сделать. Что еще там есть? Быстро буду, чтобы продолжить скручивать его. Очень жестоко. Ладно. Мне, видимо, без вышки никуда. Какой-то бассейн был. Стой, я хочу проверить, а можно купаться? Там тачку угнали. Эти ненормальные так кого-нибудь собьют. Как круто. Просто посреди города ограбление какой-то тачки. Стой, я телефон поправил.
У меня там чат отключался. А что делать надо? Грубо, а что делать надо? Алло, стой, я не понял управления. Давно не виделись. Надо уворачиваться. Стой, я не то хотел. Пора на вы. Вот. Минус один. Минус два. Ай, да не то хотел. Так, лоханюсь. Мне сюда, видимо, да? Машина застрахована, а? Что-то он как-то слишком жестоко ее останавливает. Можно было бы как бы в салон запрыгнуть и педаль тормоза нажать. Так бы тачка-то убилась. Много шума из-за ребят, которые едва водят. А эти ребята где теперь? Менты в тачку целятся. Ну, очень прикольно. Блин, было бы круто, чтобы можно было посадиться. Я бы хотел найти их сейчас, этих чуваков, которых я выбрасывал. У нас все готово, ждем только тебя. Отлично, уже в пути. А вот и миссия открылась. Они же должны висеть сейчас где-то, да, по-хорошему? Может, я не вижу, где они? Наверное, я так не найду. Или, типа, менты их уже сняли. Стусь, что происходит? Ты кто? Надо быть поаккуратнее с моими поклонниками. Ну ладно, это рандомный какой-то чел на улице. Кто-то на английском базарит. В Infamous такая же, кстати, тема была. Такая же проблема. Но она очень редко встречалась. Хотя и в Assassin's Creed, по-моему, я такое видел. Блин, вот просто экшен от третьего лица. Сравнить с последними ассасинами, что делают. Блин, небо и земля. Или люди скукотой какой-то занимаются, непонятно для кого. Или вот нормальная игра. Конечно, понимаю, сравнение очень отдаленное, но... Суть-то одна. Да понятно. Так, next. Пойду рюкзак возьму, пока он рядом. Так-то мне пока что лень их собирать, но он рядом. Женщина-кошка? Контактные данные Юри. Капитан Ватанабе дала мне свой номер, когда решила, что верит мне. Это немалый риск. Если кто узнает, что она помогает мне, ее уволят. Прикольно. Стой, там еще штука, я не смотрел. Бриджи Каскорб, который мне дали на собеседовании. Обещали хорошо платить, но доктор Октавиус переманил меня оттуда. Обещали хорошо платить. Капитан Ватанабе дала мне свой... Стой, а это ключ. Меню с нашего первого свидания с МДЖ. Я не смог позволить себе место поприличней. Впрочем, ей понравилось. Блин, я хочу ее увидеть здесь. Классно. Фух. Чё еще? Стой, там нет домов. А как летать? Сквозь парк хрен пролетаешь. Блин, я бы просто там погулял, посмотрел, что там есть. А, ну это не парк. Это просто мелочь. Я сбил кого-то случайно. Сорян. Чё за площадка? Что здесь столько взрослых делают на детской площадке? Даже детей нет. Просто взрослые тусуются. Какое подкрепление? Где? Кому? Это просто рандомное... А, стой. Вооруженное ограбление? Ну-ка, надо посмотреть. Арендодатель. Если вы насчет аренды... У меня зарплата в конце недели. Я... О. Очень вовремя. Так вздохнул. Ой, да стоит, подождите. Чего ж у вас так много там, народ? Я не готов к таким плотным отношениям сейчас с вами. Подождите. Где? Все. А я надеялся, что без фиска уровень преступности упадет. Зря. Ну ладно, неплохо. В открытом мире скучно не бывает. Ой, блин, такой диалог был.
Я как будто его в жизни перебил. Так классно, что всеми этими анимациями сам управляешь. Он не рандомно это делает, когда повезет. Блин, как же в Amazing было неудобно, когда он шутил шутки. Просто 3 шутки на всю игру, я каждый раз, пока летал, их шутил. Здесь, конечно, было бы клево, если были бы шутки, но главное, чтобы они не повторялись. Иначе это будет просто разрыв погружения. Так, где я бросил сумку? Сейчас найдем. А что мы ищем? Обычную одежду нашу? А он что, ее посреди города выбросил? Мистер Ли на кухне. Готовится к вечеринке. А что за вечеринка? Мистер Ли, да кто-то там в школе у него был. Ну, я так понимаю, я знаю, что это враг и все такое потом будет. К сожалению, это спойлернули. Но кто мы в жизни? Живый парень. Глаголит. А, стоп, он чем-то занимался бездомных, там на улицах очищал, в газете было написано. Но он был директором в школе в Хоумкоминге. Типа актер один и тот же просто или что? Привет, ребята. Как игра? Как тебе кажется? Я побеждаю. Похоже, у него уже маразм бит. Я почти размазала его. Ну, главное, чтобы было весело. Знал бы я... Орешки. Я не потяну. Вы уж тут сами. Ну, меня знает. Тут, блин, что я хотел сказать. Помнил бы, как в шахматы играть, я бы мог бы хотя бы понять, кто там реально кого выигрывает. Я умел в детстве. Входил на секцию. Шикарно. Шла работа. Что ты тут сидишь тогда? Типа, пока еще нет денег. Прикольно все равно. Чего? Типа она сбежала из дома от детей, чтобы отдохнуть. И они типа еще пока не подозревают, что она живет в другом месте. Чего это странное? Твоя тетя просто святая. Ты мне это говоришь? Ты еще Питеров видишь рядом? Что-то он грубо с ним обошелся. Она что, какие-то эротические романы читает, что ли? Я бы не отказался от кексика с черничкой. Кто бы отказался? Так, мы ходим по чьему-то спальному месту, но не важно. Что тут еще есть? Локация большая, проработанная. Классно ведь. Что еще есть? Чего вы все ждете? Я только потерял, куда идти надо. Интерфейса нет. Наугад типа найти, ну ладно. Похожу, посмотрю. Везде все с лейблами. Придуманных брендов много, это клево. А то иногда просто пустые банки делают и не парятся. Это не так, чтобы очень круто. Ну ладно, видимо, надо наверх подниматься куда-то. Может, здесь будет кто-нибудь там из знакомых? Ну, в других смысле персонажей. Ладно, хорошо. Но кольцо должно быть. А, вот и метка появилась. Видимо, я долго подлутал. В других приютах я никогда не могла расслабиться. А в этом чувствую себя как дома. Здесь всегда кто-нибудь готов помочь. А почему ты в приютах? Ты же вроде... Взрослая, здоровая женщина, можно было бы как-то это... Поработать, что ли? Могу залатать эти ботинки, еще послужат. Попробуй. Это чье место? Не мое же? Или мое? Дядя Бен, типа, и я? Дядя Бен. Да, это мое место. А кто я тут такой? Я в какой-то благотворительности работаю или что? А что еще можно потыкать? Это все? Режим от первого лица ради одной фотки? Ну ладно. Да, мне нравились лошади. Но разве только мне?
Зря Мэй держит это на виду. Мне неловко. Или это комната Мэй? Видимо, это комната Мэй скорее. Почему? Как-то тупо, что он типа еще и в детстве рисовал пауков. Ну, то есть это как-то уже совсем. О, серьезно? Ну и дурачком я был. Ну ладно. Что там еще? Такое, такая МФ стоит, короче, 150 тысяч рублей или 200. А можно прыгать? Нет. Welcome to Fest. Я уже забыл, как там по-русски они перевели эту аббревиатуру. А, ну ладно. Привет. Да так, зашел. Нет, все-таки мы этого чувака ищем. Мартин, простите, опоздал. Как раз вовремя. Просто отвлекай ее, пока мы тут не закончим. Понял. Кого отвлекать? С чем закончим? Вы грабите тетю Мэй? Вот и моя любимая тетя. Питер, какой сюрприз. Тебе помочь? А, ну да. О, есть тяжелые коробки. Нет, я хотел сказать, не сейчас. В смысле, я просто так. Я просто хотел поговорить. Ну что ж. Ладно. Питер, у тебя проблемы? Нужны деньги? Нет, то есть я немного должен за квартиру, но нет, не надо. Опять что-то с девушкой, а? Что? Нет, ну что ты? Я так хочу, чтобы с МДЖ все наладилось, она милая. А где она? У вас были бы чудесные девки. Ты был слишком громко. В чем дело? Ну давай, расскажи. А в чем дело-то? Я еще не понял, в чем пришли. Эти годы ты помогала мне с колледжем и работала здесь. Ты так много отдаешь и ничего не просишь. Я бы хотел, чтобы в мире было больше таких, как ты. Он прав. 5 лет назад ты вошла сюда и сказала, что тебя вдохновила моя помощь людям. Теперь ты вдохновляешь меня. Мэй, спасибо тебе за все. Впереди много работы. Прикольно. Хорошо, что отличается от других вселенных. Свое что-то придумали. Ну да, правда, зачем все эти пересечения с киновселенной? О, я хотел бы сделать больше. Ну, как говорит Мэй, ты помог одному. Ты помог каждому. Может, нам стоит отправить Мэй переговорить с мэром. Телефон. О, надо бежать. Спасибо вам еще раз за вечер. И вообще, это правда важно. Как же он плохим, интересно, станет? Весь такой хороший. От Юрия. Послушаю снаружи. Это не спойлер, потому что это все было в трейлерах. Жить на улице, чем просить родителей о помощи. Жиза. Так, ну, выйти отсюда можно? Блин, ну почему нельзя по улицам походить за Питера? Было бы клево. Просто так погулять. Понимаешь, что крутой костюм и все такое, но почему бы не? Что-то не понимаю, это 3D-модель или 2D-картинка? Параллакс-то есть, но он... Не знаю, что-то не так. О, ночью, клево. Тоже классно. Вот здесь нуарный бы нужен был бы. Привет. На аукционе, продающем имущество Фиска, сработала сигнализация. Можешь проверить? Только тихо. Не хочу поднимать шум на пустом месте. Имущество Фиска? Интересно. Что же прятал главарь в своих чуланах? Имущество Фиска? А это вообще закон? Я так понимаю, нет. Чуть не упал. Ты что так долго-то за ними всегда идете? Стой, я что-то пролетаю их и не понимаю, где они. Нихера себе. На вечеринке ты куда-то пропал. Пришлось пойти в лабораторию. Прости. Не извиняйся. Тут все знают.
Да чем? Подожди. Ну, не сомневайся. После гибели родителей и дяди Бена, если бы не ты, я много раз развалился бы на части. А подожди. Мэй, я не знаю, что сказать. И я тебя. Так, куда я там летел? Ну, все-таки было бы все равно очень круто, если бы здесь был бы Iron Man и кто-нибудь из самых известных персонажей. Ну, тут точно по скринам показывают, что есть дом Доктора Стрэнджа, что есть еще пара тоже известных локаций. Ну, ночью практически ничего не меняется. Интересно, на улицах это можно заметить? Ну, то есть... Внимание! Мы получили сообщение о наркосделке. Происшествие у центрального вокзала. Где? Где центральный вокзал? Погоди. Как там это надо делать? Это что такое? Ну, спущусь по приколу. Ночной Нью-Йорк, это же офигенно. Что это за метка-то, я не понимаю. Типа... Нет, подожди. Что это такое? Радио City Musical Hall. А, фотку делать. Ну ладно, можно сделать. Как-то можно регулировать, нет? Сфотаем очередь. Сейчас тачка проедет. Блин, они не проедут. Внимание! Мы получили сообщение о наркосделке. Следуйте на кафедрал. Понятно. Теперь понятно, что это такое. Надо по пути хватать эти рюкзаки, я думаю, раз они есть тут. Полетели. Что это за здание такое? Аскорб Индастрис. Это похоже на башню Старка, но я говорю, здесь Аскорб Индустрис, Старк Индустрис заменил полностью. Костюм Шокера. Кусок первого костюма Шокера. Изучив его, я понял, как защититься от его взрыва. Но ведь все всегда делают апгрейды, да? Че за... Я уже не помню даже, кто такой Шокер. Ну то есть, у него руки там вроде были электрические. Все, что я помню. Блин, так-то вообще случайно очень сложно, я думаю, заметить какое-то здание знаменитое. Я бы подумал, что это дом Доктора Стрэнджа, но нет. Так, в парк лучше нам не идти. Потому что там даже негде летать будет. Ну хотя, можно до вышки долететь. Может, он за деревья цепляться будет. Но... Да, нормально. В фильме же тоже он по парку там что-то летал, тоже там за что-то цеплялся. Внимание. Как все насыщенно. Всем ну, ночью прям преступлений совсем много. Блин, ну неужели реально нельзя обученного человека посылать и эти вышки починить? О, так я прямо тут. Подожди. Так, здесь нечего кинуть. Ни хрена себе. Ой, в лужу упал. Сложно ориентироваться. А я их всех перебил или что? Нет же. Так, поплавай. Изи. Обожаю предотвращать грабежи. Это же основа нашей работы. Основа нашей работы. Работа Человеком-пауком. Эх. Чё ж
такая статистика грустная, это просто ужас какой-то. Слишком много известных людей стримит ее. Попробую поменять название. Хотя бы так. Может, паузу сделать? Разорвать стрим на несколько кусочков. Ладно, да, в полчаса сделаю, короче, паузу, а там уже посмотрю, буду продолжать или нет. По-хорошему бы надо, но что-то толку. Слишком мало. У меня на экране так же темно. Стоп. У меня почему-то, кстати, намного светлее, чем на стриме. А почему, интересно, так? Ну, идет все равно, ведь нормально. Не понял. Ты что, докопаться решил? Ага, я даже так теперь умею. Стой, стой, я хочу по-другому. В воду можно его? Стой. Нет, а в воду? Нет, нельзя. К сожалению. Ты очень серьезно ошибся. Где это еще один-то? Я больше не вижу тут никого. А. А, вот теперь кинул. Понятно, нельзя управлять, короче, в какую сторону кидать, к сожалению. Я что хотел-то? Вышку уже открыть. Я ее открыл? Да. Так, тут достопримечательность заодно. Ну, людей так же много, между прочим. Нью-Йорк вообще никогда, видимо, не спит. Как это умудрился здесь спрятать свой мешок? Листовка соревнований по борьбе. Я победил этого борца, когда обрел свои силы. У меня до этого ни разу не было столько денег. Да и после этого тоже. 100 баксов. Он, наверное, очень-очень бедный. Стой, я не это хотел. Ну да ладно. Ну блин, слишком сложно, когда не за что зацепиться. Блин, какая же классная игра все-таки, я не могу. Давно не играл ни во что такого крутого. Лучше поискать заднюю дверь. Мне очень нравится, как он приземляется с такой огромной скоростью. Фига себе, реально как нуарный какой-то человек. Я теряю терпение. Где это? Папка. Здесь кто-то еще. Что происходит вообще? Эд,
Эти маски. Кто же они? Какой графон. Просто. Здесь не... Мы найдем папку. Или ты умрешь. Все плохо. Вспугну их, она умрет. Сниму их незаметно. Юрий, тревога не учебная. Парень в маске и с оружием взял заложника. Понял, почему темно. Ограбление. Принято. Посылаю к тебе отряды. А ты пока следи, чтобы ситуация не ухудшилась. Уровень черного у меня высокий. Все это время смотрел херовую контрастность. Чем мог. Блин, ну что, серьезно, что ли? Вот самое время. А, микрофон. Прямо перед паузой. Ладно, пока сойдет. Блин, так еще круче. Или мне надо было кого-то убить? Ну, точно Аркхам. Чтобы никто не услышал. Это мужчина. Большое спасибо. Чтобы прицелиться. Р, чтобы прицелиться в нужную точку на полу. Стой, какую точку на полу? Стрелять в паутинные стены, предельно, чтобы привлечь внимание врагов. Типа туда? Ничего не вижу. А, окей. Что теперь? Подвесить надо его? Класс. Блин, стелс за паука мне очень нравится. Это очень круто. Так мило. Очень мило. Какой же паук жесткий. Надо подцепить его сверху. Ну давай подцепим. Цеплять мужиков, это, конечно, да. Такое занятие. Для паука само то. Осторожно. Стекло просто. Опять фисковая тема японских всяких штук. И хрена себе. Тише, тише. Кто-то идет. Опять не на русском. Прячемся. Клянусь, она мне не показалась. Что они делают вообще? Какая папка? Кто это ты? Если они здесь, то где же они? Мимо. Я когда вырасту, стану пауком, буду охотиться. Ну, классно. Сможешь не только охотиться, можешь фототься, продавать свои фотки. Кто-нибудь так же, как ты, захочет стать Джеймом Джеймсоном и, короче, будет покупать и обсирать у тебя. Что делать надо? Если вы нападаете на врага со значком опасности, вас заметят соседние враги. Вы можете отвлекать и привлекать приманивать врагов, плетая паутины стены и предметы. Давай посмотрим, что есть. Обучение до сих пор идет. Столько механик вообще сделано. Пофиг, что мне 20. Да, конечно. Просто найди паука. Любой сможет в любом возрасте найти паука радиоактивного и стать таким. Так что не парься. Безопасно. А что сделать? Можно как-то... Ладно. Маски-то, конечно, у них крутые. Эй, а что это? Вообще нет, нахер тебе радиоактивные пауки? Тебе надо просто прочитать миллион книжек и сделать себе гаджет на руку, чтобы пускать паутину, и все. Тебе даже пауки не нужны радиоактивные. Ну, не будет регенерации, ну, надо будет поосторожнее летать по домам. Ну, еще тебе придется переехать в большой город, если ты не в большом городе, чтобы тебе были дома хотя бы, чтобы летать на них. Если бы мне платили за все стоять. Если бы мне платили каждый раз, пока ты говоришь, мне не стоять. Эй, Пит. Это кто? Стой, я не успел прочитать. М.Джей? М.Джей? Что ты тут делаешь? То же, что и ты. Работаю. Ну, или работаю. Ну, она не такая сексуальная, как можно было бы мечтать об М.Джей. Это твое. Ага, спасибо. Фотик? Написать о взломе для Бьюгла. Ну, вообще-то Робби не знает, что я здесь. И взлом начался лишь пару минут назад. А что? Сейчас расскажу. Чего? А я могу послушать? Нет? 15 минут ранее. Вот это рыженькая. Ну, могло быть покруче. По комиксам она там вообще сексушная. Но по комиксам-то такие еще и темы придумывают. Она там... От этого, как он называется? Я забыл, как его зовут. Простите. Гоблина зеленого.
Ладно, пофиг. Она, короче, с ним спала, там, она беременела от него, сказал, там, что-то то ли аборты делала, то ли что-то. Короче, она вообще та еще роковая девчонка. Ну, а я нет. А в фильмах потом и в играх нет. Да, конечно. Простите. Интересно, здесь она будет простенькая тоже. Эй, Крейг. Нет, извини, но... Похоже, на обложку придется ставить что-то другое. Что-то все как будто забыли, я что там ограбление было. Может, того экспрессиониста? Ну, в первом пауке она норм. В каком первом пауке? Ты про игру или фильм? Вы уверены? Вы здесь, зачем же откладывать? Спасибо. Что происходит? Я немного потерялся. Крейг. Забудь. Порядок. Какой Крейг, что она делает и что происходит? А, это предыстория, что ли? Понятно. Это до ограбления. Фильм? Ну вот, говорю, ну она, да, там, но она тоже другая, она не как в комиксах. Хочу поднять нельзя, как будто предметы коллектаблс. Что можно сделать? Театральные маски? Не знаю, почему Питер это делает. Но вот не люблю я этих героев под маской. Ведь после всего хочется с чувством выполненного долга сказать. Да, это моих рук дело. Но мне бы точно хотелось это сказать. Коллекция масок театра, ну и Кэган периода Эда. Самой примечательной является маска Буаку, демона с печальными глазами. А какой из них? Вот это вот центральный. Самый примечательный. Кто сделал самый примечательный? Почему их три? Это копии. А где настоящего, извиняюсь, что я сделал? Эти штуки физические, вот это круто. Ну вот говорю, по фильму она классная, мне тоже нравится, какая она в фильме была в «Старых пауках». Ну, в старых фильмах, в смысле. Но в комиксах она вообще отличается. Она там слишком жесткая. Даже, может, неприятно настолько, если знать все. Доспехи носил... Фиск, похоже, почувствовал родную душу. Делай то, что не станут другие. Самоконтроль — это не про него. Эти доспехи носил могущественный самурай, полагавший, что цель оправдывает средства. А что именно он сделал? Прочитать бы в кучу историй. Почему не сделать текстовую заметочку такую? Для тех, кому интересно. А чего у них так много вина? Это праздник какой-то, что ли, был? Ой, извиняюсь. Приберетесь потом. Катана. Фиск нанес этим Питеру глубокую рану во время их первой схватки. Ого. Пит смог уйти. Я нашла его у дверей почти мертвым. И еле довезла до больницы на папиной машине. Так я в первый раз стала медсестрой Хенджей. Если интересно, выходить буду из этих... осмотров. Диалог продолжится или оборвется? Там что-то еще было. Блин, за нее играть можно. Даже этот факт прикалывает. Помню, как Фиск начал незаконно возить такие артефакты. Да, продолжается. Он купил для этого местный порт и уволил всех, кто там работал, включая моего папу. Жаль, что папа уже не увидит, как все обернулось. Здесь у нее батя, значит, мертв и... Стой! МДЖ одна, а вторую как зовут? Он же там с двумя вроде как мутил. Я уже забыл. В фильмах Amazing Spider-Man он с кем был? Мне кажется, что вся история мира — это просто игры мальчишек. Не с МДЖ же, или с МДЖ? Я уже перепутался во всех хитросплетениях вселенных Человеков-пауков. Как же их много. Два стража Нила. Слева украинцы, справа натовцы, короче. Так, это что? Пейзаж маслом по шелку. Красота. Иногда я хочу бросить все и просто путешествовать. А потом вспоминаю работу. С Мэри Джейн. Ну, тоже с МДЖ получается. Ну, ладно, я забыл, как вторую зовут. Там же вторая есть девчонка. Хорошо. Да я почти готов. Разоблачила злодеяние правящего рода и вызвала его крах. Журналистские расследования старой школы. Она мне нравится. Начнем с самого ценного. Уникальная фигурка в стиле Кимо. Красота. Это Мифуне? Верно. У мистера Фиска тонкий... Она моргнула. Ну ладно. Ну, по вопросам работы. Я помогала ему с аукционами. Прошу вас, пойдемте. То есть она все на пауке, да? Ну, ты говорю, как ее зовут, ты помнишь, нет? Чё там? Этот изысканный шедевр — характерный пример традиционной техники Тарасикомы.
Куда ты смотришь? Я тут. Понимаю, почему это нравилось Фиску. Его стиль, да? Двойственность. Труд создающих, тих среди шума, разрушающих. А на этих его аукционах хоть раз случалось что-нибудь необычное? Нет. Нет, конечно, нет. Я ни о чем таком не слышала. В смысле, ты что-то скрываешь, девчонка? Не помню, что она темная была. Да что темная была, это вообще... Это не канон даже. Это просто отстойный современный фильм. Прокуратура. Гвен Стейси вторую зовут, но я ни черта не помню, короче, уже какая связь у них. Кто кем был, там, что делали. Мне это очень не понравилось в Homecoming, что она темненькая и все такое. Почему бы нам не сделать фото для обложки? Когда я сказала, что буду писать про вас, мой друг из прокуратуры ответил, что знает ваше имя. Просто фото, пожалуйста. Чё? Чё? Я так и не понимаю, на самом деле, что сильно происходит. Но она берет интервью, но то ли ни про что пока не объяснили, то ли чё. Вы уверены, что вам нечего рассказать о делах Фиска? Может быть, не под запись? Сомневаюсь, что вашим читателям будет интересно. Круто же. Круто же, что она темненькая или чё? Ну, тут не знаю, кому как, видимо. Ого, стойте, это же... Что? Блин, она ничего-то не сказала. Фотка оборвала диалог. Чё это такое? Мне кажется, вам уже пора. А, да, думаешь? А можно воспользоваться туалетом? Конечно, идите за мной. Спасибо. Здесь очень симпатично. Да, и вы видите это место в последний раз. Да? За углом. А чего так? Конечно. А что, больше не пустите, что ли? А если я за билет заплачу в экскурсии? Или вы не проводите экскурсии? Так, надо быстрее. Ну да, я не дрочер на комиксы. Ну ладно, окей. Привет, Крейг. Забавно, что ты позвонил. Только Крейг. Твоя журналистка явно не собирается делать нам рекламу, как мы договаривались. Нет. Она сейчас здесь. Где здесь? Надо попасть в ту подсобку. Даже стелс. Что-то новое всегда интересно. Но с другой стороны... Да, это правда. Только не помню, пример какой-то тоже был. Где канон порвали, но это сделало все интереснее. Ну тут чисто цвет кожи. Ну это такое, я не знаю. Вот это хотелось бы, чтобы канонично все-таки было. Ну вот здесь в Спайдермене, вот, например, ну что, кучу всего поменяли фактов, где работала тетя Мэй, там, кем работает МДЖ и все, и Питер Паркер, но все равно клево же. А вот то, что цвет кожи, не знаю, если бы Питер Паркер был бы черным, это же было бы отстой. Есть Моралес для этого, а так бы, если бы сделали, было бы не так уж круто, наверное. Ну то есть это бы порвало какой-то шаблон. Ну может и нельзя на шаблонах быть. Но это все-таки оригинал произведения, так что такое. Если игра что-то встревожит, он пройдет посмотреть, в чем дело, при этом... Его головы появится, означает, что вас заметили. Ну, не важно. Если это не твой репортер, то кто она, Крэг? А, это же... Ну и чё? Кто проник в мою галерею? Откуда она узнала, что... Мульт хотел сделать, но нет, там не Питер Черный, это Моралес, если что. Майкл Моралес, по-моему. Питер Паркера там тоже показывает, он беленький, все в порядке. Спайдерменов просто много. На самом деле. Злиться, я понял. Ну как пройти? Она же спалит прям сюда. Нет? Я вот мульт вообще жду. Он очень классно выглядит. Он супер стильный трейлер был. Так, я даже не знаю, показывать будут ли его в кино. Блин, ты уйдешь или нет? Алло. Ты что, прикалываешься, что ли? Вы о чем там базарите? Тебе фильм спойлерит? Факс. Ага. Так, сейчас она повернется по логике, да? Не знал. Ну вот, теперь ты знаешь точно больше. Там будет Питер Паркер, от этого черненького учить еще. А еще Гвен Стейси там будет девочкой-пауком. Есть Человек-паук, а есть Женщина-паук. Кажется, уже это его сын. Но я точно не помню. Но я хочу прям посмотреть. Статуя должна открывать. Че, брошюрки посмотрим? Ну и че? Ой, нет, там была кнопочка изучить, появилась.
Она так взяла ее, как будто призрак жесткий какой-то. Основная поза — скрытая сила. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Ну, вроде запомнил. Модульный дизайн. А это можно смотреть? Он что-то держит. Ну, палку какую-то. Копье раздвижное, вероятно. Вот это вот. Как это взять? Нео там, за ними. Что, не встречается? Он выглядит по-другому. Сколько улик, сколько подсказок. Сейчас разберемся. Может, части можно двигать? Левая рука вниз, правая ладонь вперед. Стой, где? Или это ладонь? Да, вот так. Стой, я могу эти ладони вертеть? Эту ладонь я не могу вертеть, поэтому, вероятно, вот эта рука должна быть вверх. Голова, я не помню, куда. У него палка еще должна быть. Так, ладно, посмотрю еще раз. Голова вправо, рука поднята. Правая внизу, кажется. А, рот еще. Рука раздвинулась, теперь копье вставить. Но чего-то не хватает. Так, я потерялся в пространстве, вот он. Я их уже видела. Да молодец, хватит подсказывать, просто бери и вставляй. Так. Нет, не так. Мысли. Не понял. Подходит, но это не то. А, то есть это не та палка. Ого, прикольно. Стой. А как она тогда выглядела? Он что-то держит в руке. Но что это? Ты даже то же самое. Не понял. Может, это подделка, потому что? Смотреть, изучить. Повернуть. Я бы ее раздвинул, если бы... Ну, типа... Ну да, она отличается, она короче. Но подожди, а какая альтернатива? Других же нету. Или что? Или я повернул что-то неправильно? Все же вроде так. Ну-ка еще раз. Но здесь он руку вверх держит, и голова в другую сторону. И сейчас бежать через весь зал? Я не знаю. А что, надо бежать через весь зал? Она что, в зале где-то? Да ну нафиг. Ну-ка, можно выйти вообще? А-а, выйти нельзя, поэтому здесь надо что-то. Это уже лучше. Поэтому не придется. А, ну вертеть его тоже уже нельзя. То есть эта палка где-то здесь должна быть все равно. Ну-ка, R3 еще что-нибудь делает. Что это такое? Зачем мне сюда смотреть? Я же... Точно, списком заодно. Да мы это уже поняли. Что еще? Может, ему... Ну, тут еще есть. Их же вроде нельзя брать. А, стой, можно? Стой, и что? А остальные-то точно не похожи жить. Вот это вот, например. Хочешь сказать, она. Серьезно? Она же коротенькая. Вот так. А, да? Видишь, она в правой руке. Да это-то я видел. Ну, ладно, пофиг. На картинке другая была, длинная. Что за дыха? Что за дыха? Что там? Ну, это грабители. Извините, сэр, вам нельзя. Пытался. Очень неплохо. Вам нельзя. Где эта статуя? Там. Вон там. Блин, а там мы. Говорить на японском. А серьезно? Может, ты все-таки сокроешь ее уже? Начнешь что-нибудь придумывать? Запрешься хотя бы? Я уже собиралась уходить и увидела тебя. Тебе очень повезло. Вообще-то, это я тебя спасла. В смысле? Слушай, эти парни в масках, они ищут эту папку. Но... Что-то я уже забыл, как я ее встретил. Отсюда, пока их тут тьма тьмущая. Точно. Так, спрячься тут. Я разберусь с ними, а ты сразу беги.
Хороший план. Рада тебя видеть. И я тебя. Хотя нашу встречу я представлял иначе. Забавно. Я представляла именно так. Окей. Это был странный что, диалог. Сменила духи? Соберись, Пит, соберись. Так, сюда. Да, хорошо. Конечно. Прежде чем идти дальше, закончу с этими парнями. Я не хочу падать с потолка, я хочу их... Блин, я хочу их подобрать. Можно, не? Блин. Так, Пит, я спряталась у входа. А, подсказок не будет, да? Я ждал кнопку, что покажет, что можно нажать. Что в той папке? Ну ладно. Почему она так нужна этим парням? Запись по так называемому дыханию дьявола. Фиска наняли построить для этого секретную лабораторию. Не знаю, что это такое, но оно напугало Фиска. Он сравнивает дыхание с ящиком Пандоры. Фиск редко пугается. Ящик Пандоры. Играла в одну игру с ящиком Пандоры. Держись. Она была клевая. Legendary называется. Стой, подожди. Ага. Это было больно. Вот так. Мне всегда жалко его противников. Он их слишком сильно калечит. Блин, ну то, что есть стелс, это очень круто. Ну типа Spider-Man вроде бы, да. Ну кто подумает вообще, что стелс можно зафигачить. Лучше помолчать. В фильмах даже не помню, что стелс был. Ай, серьезно? Как-то слишком палевно было, чтобы не заметить. Стой, подожди, а зато не убивает, ну да. Ну, правда, у меня были ситуации, когда он с крыши, знаешь, сбросил там так сильно, что, скорее всего, чел умер. Но, да, классно. Ну, это как про Бэтмена игры, знаешь. Тоже он в Аркхам. Он вроде никого не убивает, но в Аркхамах он их так тачкой избивает, что... Можно легко умереть. Но стал все равно продуман. Да здесь все в этой игре продумано. Это так классно вообще на самом деле. Стой, повернись. Чел, в другую сторону, пожалуйста. Ну? Соберись, Пит. Я не ту кнопку нажимаю постоянно, окей. Так. Спасибо за участие. Следующий. Так, пока не повернулся. Потихонечку. И анимации все такие класс. Все очень плавненько, вообще красивенько. Классная игра получилась, очень классно. Ой, да ладно. Ну, он последний. Что-то слишком. Черт, я не хотел. Это не я. Это все воры. Это воры разрушили. Дорогостоящие статуи. Ой, жесть, что-то сильно. Стой! Эй! Вы чё? Нет. Так, сейчас выбор дадут, наверное, ее спасать или папку ловить. Да? Нет? Брать заложников нехорошо, ребята. Что-то они как-то опасно стоят. Где? Призраки? Никогда не дрался с призраками. Какая-то электрошоковая тема. Да подожди ты, вы задолбали меня уже. Как-то дрался, но знаете, технически это разные вещи. Все призраки духи, но не все духи призраки, понимаете? Не понимаю, чел, нам не время шутить. Вообще не время. Похоже, это что-то энергетическое, а не призрачное. Ну и ладно, поохочусь на привидений как-нибудь потом. Ничего страшного. О, жесть, что я мучу. Очень красиво. Так, Wakanda Forever. Давай. Жесть. Ну, вышло легче, чем я думал. Да. Да тихо. Я не успеваю подумать. Подожди.
Тихо, расслабьтесь, парни, заканчивайте уже. Да ладно, я же тебе... Заканчивай, мужик. Как я забыл на него нападать надо? Это не то, что я хотел. Нормально, нормально. Разминочка. Как прорисовано. Смотри на ботинок. Охереть. Что-то древнее. Кажется, я знаю кое-кого, кто поможет узнать, откуда это. Они что, силу дают какие-то, что ли, или что? Кого ты знаешь? Я говорила с Крейгом. Вы не тот репортер, которого он прислал. Вы не из культурного наследия. Я этого и не говорила. Что ж, Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Вы не напишите ни строки о том, что вы Расскажите, видели. Расскажите, вы знаете, что украли эти мужчины в масках? Это... Я не... А о том, что Фиск долгое время сбывал на аукционе краденые вещи? Наш адвокат свяжется с вашим редактором. Ну ладно. Переживу. Это как? Нормально, но они забрали папку. Извини, я принесу ее тебе. Нужно Мика. Что, 6 месяцев не было? Шести месяцев? Какие 6 месяцев? Он тебя последний раз ее звал куда-то 6 месяцев назад или что? Или каждый раз он же раз в полгода звал? Они вообще встречаются? Нет же. А что там случилось? Ничего не рассказывает. Хоть бы смс-очки дали полистать. На крайняк. С каких пор Мик стал итальянцем? Без понятия. Но я рад, что он еще готовит. Кто такой Мик? Точно. Лучшее в городе. Ну, как там работа в Бьюгл? Ну, в общем, Робби только что прислал мне гневное сообщение о моей сегодняшней выходке. Похоже, меня ждет встреча с юристами. Снова. Брось. Как только он прочитает твою статью, он тебя повысит. Так, жуткие парни в масках. Что думаешь? Рядовой вечер в Нью-Йорке. Оригинал озвучки интересно послушать. Как будто за этим стоит что-то большее. Но хватит о моих делах. Как твои успехи? Ты получил то повышение? Какой-то стрёмный пидер. Почему? Мы подошли к чему-то серьезному. Ты ведь знаешь, что во скорб тебя мигом возьмут? По-моему, довольно обычный персонаж. Доктор Октавиус может помочь миллионам. Я занимаюсь тем, чем хочу, тем, чем должен. Звучит, будто это важнее другой твоей работы. Не слышала от тебя таких слов. Многое изменилось. Зачем ты позвал меня, Пит? Ну, просто поужинать, как друзья. Друзья? Мы теперь друзья? Ну, мы можем ими быть, если ты не против. Что происходит? Чемодан прошлого. Да, верно, но... Не знаю, нет привлекательности. Что в этом плохого? В чемодане же может быть... Ну, ты можешь хороший, только радоваться, например, что тебя не так привлекают мужики. Ключи, некоторые. Ты помнишь, почему мы расстались? Это вопрос с подвохом, да? Соседи решили потанцевать. Спасенный сиреной. Поговорим потом. Иди. Неловко. Рад видеть вас снова вместе. А я же говорил, кому остановить должно быть. Он здесь владелец ресторана. Блин, жесть, что происходит у соседей, понять не могу. Платить кто будет? Ну, видимо, Мэри Джейн карточкой расплатилась, нет? А может, у них там счет по знакомству был? Что там с теми, кто уровень 5. Наш друг Герман Шульц снова взялся за старое. Шокер. Он же только что вышел. Ну, похоже. Да, все-таки шокер. Не страшно. Герман просто тюфяк. К ночи загоню его в Райкер. К
как мужик поступил. Только что спас свою бывшую от преступников и поужинал с ней. А теперь я охочусь на маньяка, который бьет людей электрошоком. У тебя совершенно нормальная жизнь, Питер Паркер. Питер Паркер. Чё это? Мизу. Я подумал, Мэйзу, там какая-то реклама. Ночной Нью-Йорк также привлекателен. Вот-то. Питер, пожалуйста, убедись, что не оставил в лаборатории снаряжение для твоего друга. Я ничего не имею против... Да я в этом снаряжении. Не волнуйтесь, док. Я взял за правило ничего там не оставлять. Но я знаю, что мой друг ценит, что вы заботитесь о нем. Многие не слишком его любят. Ты про этого фигляра Джеймсона и его пасту? Но. Те, кто вершит великие дела, не дают таким судам стоять у себя на пути. И мы не дадим. С вами трудно не согласиться, док. Блин, может быть, он вообще плохим не станет даже в этой игре. Было бы прикольно. Типа ты сидишь, ждешь всю игру, пока он, когда-то он станет злодеем, а он такой бамс, хорошим останется. Так светло было, что мне показалось, что здесь какой-то коллектабл должен быть. Вы кто такие? Наркоманы, что ли? Чего тут собрались? Как вообще сюда попали? Чего вы тут выращиваете в этой теплице? Ладно, надо пойти спасти кого-нибудь. Ну подожди, где? Долетай. А что происходит? Они там выламывают что-то опять? В смысле, нафиг, вы меня что, заметили? Атаковать три врага. А, они что, сбегают? Ну-ка стоять. Минус. Блин, в натуре сбегает. Ну-ка, лови щит. Блин, ты косой. Я чуть бабу какую-то не убил случайно. Подожди. Ну-ка, стой, еще раз. У меня как будто костюм сломался. Как в Homecoming, когда у него там всякие настройки слетели. Блин, я себя чувствую каким-то слишком хищником. Это так не должно быть. Так, блин, они разделяются. Ну, они хотя бы мочатся просто. Подожди. Один остался, да? Так. Стоять. Вы что, ужастики не смотрите? Разделиться всегда плохо. Так, там рюкзак наверху, рядом совсем. Пойду возьму. Луна такая. Не, она всегда разная. Я как раз на эти часы хотел забраться. Блин, как же круто он на паутине перемещается. Просто охеренно. Особенно, когда на крен камера идет. Аж Homecoming пересмотреть, короче, захотелось. Что-то не понимаю, где он? Блин, да вон, кажется, был, да? Нет. На карте он где-то здесь. А на самом деле... Нет, не могу понять, что-то я. Где-то на стене должен прилеплен быть, да? То ли вверху, то ли внизу, по звуку даже не понять. Но здесь тоже ничего нет, на самом верху. Так. Тут нет, на этих ступеньках нет. На часах нет. Но здесь звук совсем тихий. Блин, может пониже где-нибудь. Но здесь звука вообще нет. А вот это, кстати, на прототайп тоже похоже. Так только в прототайпе до этого было. Чё?
Вот он, офигеть, хер ты его ночью заметишь вообще. Пытался создать прототип паутины в Оскорб, когда Гарри там стажировался. Не вышло. Гарри? Никогда мне не везло с этой компанией. А Гарри встретишь что-то? Какое-то опять преступление идет. После ареста Фиска рынок наркотиков вырос. Пора это исправить. Рынок наркотиков. Прямо возле аптеки. Ого! Смотри, он с дома вылетел. Сейчас ты нахер поймешь, живой он или живой еще. О, такие маленькие, а уже в главаря играют. Приелись. Главаря играют. Так. Постой, парень. Использование гаджета. Какого гаджета? Люблю я выбивать дурь из торговцев дурью. Стоп, что с ним случилось? Я такой чувствую, что там... Уже едет, значит, и мне пора. Что там паутина включилась в момент, когда он падал? Может, они зацепляются за что-то? В фильме что-то такое же было, вроде нет. Когда они падали и за что-то цепляться начинали. Ну, в смысле, паутина их за что-то там цепляла. А теперь к письмам от слушателей. Ладно, непонятно. Надо понаблюдать за этим в следующий раз. Вам стоит научиться управлять им. Это вредно для здоровья. Знаю, что она переживает за меня. Но это всего лишь обычное заблуждение, которое я сейчас развею. О чем он говорит? Мухи в паутине? Это что я такое сделал? Охереть. Вот и Iron Man подъехал. Эй, Герман! Серьезно? Серьезно? Что происходит? Сдавайся, ты меня не поймаешь! Сдавайся? А. Чуткий. Реально. Зачем тебе деньги, Герман? Тебе-то что? Да мне плевать. Просто пытаюсь поддержать разговор. Хватит болтать. Но было бы куда приятнее, если бы мы обрели душевную связь. А, я забыл. Души-то у тебя нет? Ну уж, Герман, хотя бы говори со мной, так будет интересней. Так, я могу зацепануться уже на него. Воу. Поговорим. Скач. Понял. В смысле, все? Алло, встаем. А зачем ты вообще грабишь людей? Полиция же следит за каждым твоим шагом. Да, ты туповат. Но я не знал, что ты настолько туп. Наверное, дела у тебя плохи. И значит, ты крадешь не для себя. Наверное, ты с кем-то работаешь. Или на кого-то. Если не назовешь имя сам, я его из тебя выбью. Выбирай. Давай, заканчивай. Быстрей, быстрей! Воу. Я даже не заметил. Я не успел. Их почти не заметишь. Да я же нажал вернуться. Вот это я еще сейчас сделаю. Офигеть. Сложно уворачиваться сюда от них. Я отстаю. Да, да, да. Видал? Блин, давай. Это что за херота? Ну ты пытался. Как личность, ты ноль. Но костюм у тебя классный. Обсудим покрой. Может позже.
Да, не выбраться. Но это было простовато. Я думаю, это не последняя встреча с ним. Хотя... Молодец, Человек-паук. Ты узнал о его мотивах? Ну, я думаю, не последняя. Пытался, но он молчун. Слишком круто и нарисовал. И еще ненавидит меня. Да, и не только он один. Но ты ведь меня любишь? Я тебя терплю. О, таких приятных вещей ты мне еще не говорила. Ну, кажется, у меня появилось свободное время. Может, заняться той маской поподробнее? Маской? О, это МД. Привет, МД. Поздновато ты. Я только что смотрела новости. Похоже, у тебя было веселое приключение с Шокером. Ага. Он оказался неожиданно агрессивным. Когда он спит? В любом случае, спасибо за ужин. Сколько я должен? Как насчет услуги? Та маска из галереи еще у тебя? Да. Я как раз иду в пир поговорить о ней с Мартином Ли. С Мартином Ли? Почему? Он доктор искусствоведения. Если кто и знает о происхождении маски, так это он. Держи меня в курсе. Как я и говорила, за всем этим явно есть какая-то история. И я на... Уже почти утро. Мистер Ли скоро придет. Надо бы перекусить. А, то есть мне не надо было залезать. Да, я тоже хочу перекусить. В реале. Что-то он пончик ест. Как он его ест? Че он его не открыл? Еще не начал есть или что? Он реально почти вообще, наверное, не спит. Что за фигня? А, реально вы даже не покажете, как он ест? Зачем вообще тогда надо было весь этот кадр показывать? А нельзя было человеком поесть, как бы? Или надо было реально обязательно в костюме сидеть? Но уже утро. Типа мы всю ночь ели. Ну, хотя рассвет быстро наступает. Так, я забыл, где он сидит. На втором этаже или на первом? На первом, кажется. Но я не уверен. Нет? На втором все-таки. Питер, чем могу помочь? Простите, что отвлекаю, мистер Ли. У меня есть подруга Мэри Джейн, она репортер. Она пишет статью про рынок искусства и нашла вот это... Ей нужно мнение эксперта, а у вас ведь есть диплом. И, возможно, сейчас он впервые мне пригодится. Что ж, показывай. Любопытно. Блин, ну сейчас он, наверное, так и злодеем и сделает. Сейчас надест и все. Ой, наденет. А что, что это? Копия маски из китайской оперы. Это не копия. Давно я таких не видел. Не одевай, пожалуйста. Этот знак примерно означает демон. Демон? Не одевай, пожалуйста. Мой папа демон. Читал мне сказки о духах в таких масках, когда я был маленьким. Я очень боялся. Сейчас его захватит демон. Слушай, Питер, эта маска, она... Чё? Договаривай. Может быть связана с опасными людьми. А, ну я в курсе. Мэри Джейн, лучше найти другой сюжет. А чё с маской? Она в опасности? В смысле, не знаешь? Ты сам что-то мутишь? Почему рисковать? Он как будто связан со всем этим уже. А, и все. Да? Ну ладно. Символ внутри маски означает демон. Мистер Ли здорово испугался. Никогда его таким не видел. Он даже сказал, не стоит в это лезть. Как интересно. Думаешь, мистер Ли знает больше, чем говорит? Нет, больше похоже на какие-то неприятные воспоминания. У него было трудное детство. Понятно. Демоны, значит, хорошая кличка. Так, я сажусь за статью. До встречи. Это все, что и надо? Ну, все прошло почти так, как я надеялся. Так, я немного не туда пошел, мне же вниз надо. Да? Как будто он с этим связан уже. Слишком странно он себя вел. Вероятно, да. Может быть, это даже его наемники. Может, мы отдали ему вещь, которую он как раз и искал. Этот придурок считает, что я перееду к своей дочери. Было бы классно. Но она не предложила и не предложит. Я никуда не перееду. Не загадывай раньше времени, не стоит. Ну, я никуда не денусь. Обещаю. Ладно, пока. Парень, как там твоя научная фигня? Хотел бы я купить электрокатал.
Офигенный вопрос, конечно. Ну, извини, чел, я не продаю. Очередь. Блин, насколько это удобно. Это надо офигеть, какую подготовку физическую иметь, чтобы так на паутине летать. Гимнастом жестким быть. Я пока не нужен доку в лаборатории. Паучку пора поработать в городе. Уровень 7. Фрирайд начинается. Ой. Тут же еще фоторежим классный есть. На какую кнопку он включается? Видимо, через опции только. Ну-ка. Ну, это, конечно, разбираться долго надо. Туда-сюда. Где апертура хотя бы? Диафрагма. Слишком большой угол для фотки. Так, это увеличивать, надо уменьшить. Да? Так же это работает? Диафрагма побольше. Не, фокус на расстоянии слишком маленько. Так, типа того. Первой игрой, в которой сделали у персонажа напрягающиеся мышцы, была God of War 3. На PS3. Блин, было бы клево, если бы давали за... Кто там получается? Гвен или Мэри Джейн была Человеком-пауком? Девушкой-пауком. Поиграть за нее. Или вообще игру бы отдельную сделали про это. Было бы кайфово, наверное. Едко, эмоции. Цвет слишком перебивает. Селфи можно мутить. Даже крутиться. Это тупо, когда он летит на паутине прям. Наверное, сложно такую фотку сделать. Да даже крипово, что он так двигается. Ладно, пофигу. До свидания. А зачем разбивать витрину? Они не могли через дверь выйти? Точно есть дверь? Я что-то двери не вижу, между прочим, в этих магазинах. А, ну ладно, справа. Встревожен? Что ему надо? Это менты или что? Мы снова общаемся. Уже что-то. Надеюсь, я не огорчил мистера Ли. Он просто обеспокоен. Меня тронула его забота. Ты ему нравишься. Он восхищен твоим стремлением помогать другим. Думаю, ты ему напоминаешь его самого в молодости. Вы оба сироты, оба очень умны. Да, я тоже им восхищаюсь. У тебя классный босс, Мэй. Я передам ему это. Люблю тебя, Питер. Офигеть. Так за ноги зацепило, классно. Привязать паутины к стене. Надо научиться этому получше это делать. Паутины к стене привязан. Блин, офиги, какая она насыщенная. Здесь вообще просадок нету. Я совсем забыл. В смысле, не то чтобы вообще забыл. Короче, скоро буду. Эти твои опоздания все регулярнее. Хватит уже, Паркер. Давай заберись. Он прав. Как я мог забыть о времени? Где? Я опять не вижу рюкзака. 207, похищение. Ближайшая машина. Ответьте на вызов. Происшествие на севере Чайнатауна. Ну пищит прямо здесь где-то. Может в сумке?
Ой, то есть в ведре? О, нет. Она прямо здесь где-то находится. А, вон она. Подожди, успокойся. Как начать подниматься? Рисунок, спасибо. Чей рисунок? Я поймал улетевший шарик этого мальчишки, а он сделал мне это. Хм. Такие вещи помогают мне не останавливаться. А, это не он Человека-пауков рисовал, он рисунки детей брал. Клёво. Ну ладно. Наверное, можно на сегодня прекратить. Хоть и рановато, ну, для обычного времени, всех часовых поясов. Но уже все равно достаточно долго времени прошло. Или что, скольки я там сидел уже? Наверное, как раз часа три прошло. Ну, короче, последнюю касанку тут досмотрю и все. Интересно, что там с ним. На этой презентации случится сейчас с этой бионической рукой. Блин, слома классно, конечно. Я им почти не пользуюсь. Точно, я еще и забыл, что я способность сделал. Беговую, что-то я ей вообще не пользуюсь. 234, произошло нападение. Не, пока нет времени на нападение. А что за... Такого значка я не видел на самом деле. Что происходит? Что-то все стоят, значок какой-то есть. А, просто полицейский участок? Ну ладно. А зачем значок для этого? Так, короче, это умение для бега бесполезнейшая вещь абсолютно. Может, это скорости приема увеличит как-нибудь, я не знаю. Всем постам, сообщение о совершающейся наркоделке. Немедленно выезжайте в Челси, прием. Не, сорян, у меня настоящая работа. Пока что не время. Так, насколько сильно я опоздал? Пуговицы такие желтые, клевые. Ну, давай. Octavius Industries. Слишком много Industries. Как она действует? Как настоящая рука. Подумайте, что хотите сделать, и... Теперь сам быть каким-нибудь злодеем. Или хорошим, наоборот. Ну, жесть, работает. Клево. Я просто думал, какая-то делегация прям будет. Да. А, ну вот и делегация. Эй, что вы себе позволяете? Нарушение мер безопасности. Чего? Прекратите сейчас! Что произошло? Это очень хрупкое оборудование. Ну все, я немедленно звоню мэру. Питер Паркер. Норман Осборн. Поменить. Охренеть. Мистер Осборн? О, ну хватит. Сколько мы уже друг друга знаем. Вот я и вспомнил, как его зовут. Мэр. Это и есть мэр? Норман, Норман. Он тут мэр? Обалдеть. В твоем соглашении на грант прописаны меры безопасности. И это не первое нарушение. Нам прощали? Мной. Мы должны были конфисковать все уже давно. Но у меня прорыв. Спасибо, что послужили на благо нашей страны. Эти ребята проводят вас в Ascorp Robotics, где вы получите современный протез. В смысле современный протез? Как тебе игра? Охеренная. Она очень крутая. Я пытаюсь помочь, Отто. В ней просадок вообще нет. Она интересная, просто 24/7. В безопасном месте. А, в Ascorp. Ты всегда очень быстро соображал. Ну, так фирму и забрали, короче. Совсем не изменился. И ты тоже.
Чё так жестко-то, ублюдок? Эй, Питер. Гарри возвращается из Европы в начале года. Ещё и Гарри. Может, вы наконец-то откроете дело, о котором столько говорили? Это превосходнейший шанс. Можно без этого, а? Можно вы нам все вернете? Игра очень хорошая. Что сюжет, что графика, что персонаж. Прям все хорошее. Тише, тише, тише. Они же не забрали все. Мы сможем начать заново. Питер, какое там мы? В смысле, какое там мы? Из городского гранта я не смогу заплатить. Ну, до свидания, окей. Мне нужно подумать. Вот так плохим он и станет. На твоем месте я бы искал работу. Ну, лучше бы нет. Лучше бы он придумал что-нибудь еще. Блин, классный костюм. До этого белые ставки, по-моему, никто вообще не делал. Ну, ладно. Хотел бы я помочь доку. Может, позвонить Гарри? Попросить его поговорить с отцом? Нет. Норман никогда не слушает Гарри. Даже пытался лишить финансирования его станции. Эй, одна из станций совсем близко. Надо узнать, как там дела, пока Гарри в Европе. Эй, обернись! Должен быть способ помочь доку. Я что-нибудь придумаю. Ладно, понятно. Ну ладно, в общем-то, всем спасибо. Кто смотрел стрим, со мной играл. О, так, этой надписи хотя бы не было. Вот. Игра классная. Прям все очень круто. Джеймсон, как всегда, злобный ублюдок. И все, в общем-то, как всегда. Ну, я думаю продолжать и до конца добивать ее абсолютно точно. Ну, хоть и статистика херовенькая, все равно на самом деле. Ну, в общем, давайте. Всем удачки и пока.